впереди. Но мы второй день обсуждаем, как нам повысить киберустойчивость. Вот. Но, наверное, пора поговорить о том, что такое киберустойчивость и как ее измерить. То есть, если мы что-то хотим улучшить и повысить, то нужно нам иметь критерии определения, стало лучше, насколько лучше, и достигли ли мы необходимого уровня киберустойчивости. И здесь, в общем, большие проблемы, потому что, ну, вообще и сам термин, он такой больше несколько бытового характера, потому что четкого определения здесь трудно дать. Да? Ну, в принципе, в контексте нашей конференции и сессии, наверное, будем подразумевать, что киберустойчивость — это способность организации выполнять свои функции в реальных условиях. То есть в реальных со всеми, так сказать, там, недобросовестными конкурентами, киберпреступниками, необученным персоналом, ошибками в ПО и так далее. И это не равно защищенности. И даже нельзя сказать, что защищенность – часть киберустойчивости, потому что можно, вот, как так сказать, Андрей Петрович приводил примеры, да, что простейшие примеры детские, да, если мы… Например, определяя критерии блокировки учетных записей и отзыва сертификатов в случае каких-то подозрений на атаку, да, мы эти критерии, допустим, закручиваем и отзываем все, отключаем срочно. Да, повысит ли это защищенность организации? Да, это повысит. А вот киберустойчивость нет, потому что заблокировав учетные записи и отозвав сертификаты, мы остановим работу организации. Ну, еще более очевидный пример, наверное, DDoS-атаки. Да? Пошла DDoS-атака, мы включаем фильтрацию трафика и отсекаем клиентов там по протоколам, по странам. И опять же, так сказать, мы организацию мы защитили, так сказать, у нас вроде даже что-то работает при этом, но клиентов мы при этом отключили. Вот. Ну, не буду отбирать хлеб, так сказать, у моих коллег. Вот Андрей Петрович... Передаю ему слово, он как раз задаст, так сказать, вот эту проблематику в ее, так сказать, всем объеме. Да? И дальше уже поговорим про детали. Спасибо, Сергей Ильич. Спасибо. Я продолжаю хорошую традицию, которая была в первой половине нашего заседания. Выйду тоже к трибуне и презентую довольно-таки такую насыщенную презентацию свою. И постараюсь поговорить. Если можно, включите, пожалуйста. Термин киберустойчивость достаточно новый на самом деле, поэтому я от него немножко отползу. А вот это немножко может быть задача будущая. А вот что касается показателей защищенности, приведенных к некому и приведенных к ним результатов проверок, и вообще что такое проверки, зачем это надо, откуда все взялось и что нужно делать, вот об этом и хотелось бы поговорить. Ну, прежде всего, давайте вспомним. Самый примитивный, хорошо бы подняться над сложностью наших текущих вопросов, немножко повыше и немножко обсудить более общий вопрос, становится понятным, что мы делаем. Итак, что такое эффективное управление? Чем достигается результат? Ну, во-первых, эффективным управлением. А эффективное управление – это качество воздействия на точки воздействия, выбранные правильно, и снятие показателей для организации обратной связи. Вопросов нет, так должно быть. Чем обусловлено? Опять же, правильные точки, выбрали метрик измерения, полнота контроля, своевременность реакции, адекватность управляющего воздействия. Оно может быть разное, мы знаем, оно может быть задавленное, а может быть оно, наоборот, положительная обратная связь, в результате непонятно, что получается. Бывает, и вообще ничего нет, и процесс развивается сам по себе, что мы и наблюдаем часто. Проверка есть основная форма контроля того, что происходит на объекте. Поэтому давайте мы сначала... Причины взглянем. Вот причины, вот на мой взгляд, они, видимо, базируются, там, на них базируется вот это все. А, значит, доминирующий взгляд, на самом деле, одна из причин, доминирующий взгляд на защиту информации, как на стационарный процесс, существует до сих пор. Он сформировался очень давно. Он сформировался в 70-е годы прошлого века. Знаменитая оранжевая книга Министерства обороны США, потом документы Костехкомиссии. И вот, значит, так вот мы и, значит, смотрим на ситуацию, как на стационарный процесс. И проверять его было достаточно просто. Проверили выполнение требований по безопасности, вроде как и все нормально. Оказывается, далеко не все нормально. Так вот, значит, идеологию надо менять и подходы. А вот
Вот что такое безопасность? Вот как ее вообще понять? Да? Вот Брюшнайер сказал следующее, кстати, в 2001 году. Безопасность – это инструмент снижения рисков. Хорошо сказано. Привязать практически сложно, но идеологически сказано очень хорошо. Да? Инструмент снижения рисков. Первое. Второе. Хотел бы сказать, что безопасность есть функция некая или, может быть, относится к этому классу показателей качества. Безопасность – это показатель качества системы. А как добивается качество, как достигается качество, мы знаем прекрасно, есть соответствующие стандарты обеспечения качества, в соответствии с которыми все и крутится. Возникает вот этот цикл PDCA, так сказать, так называемый, в результате чего все и получается. Значит, в результате, и что еще? Если вы заглянете в словарик и посмотрите на термин «управление» и «регулирование», вы увидите в них большую разницу. Вот сейчас, в настоящее время, в массовом порядке, мы занимаемся у нас, в нашей отчизне, регулированием. Никто слово «управление» даже не использует. А слово «управление» предполагает наличие стратегической цели. А слово «регулирование», понятие «регулирование», наличие стратегической цели не предполагает. Это важный вопрос. Значит, надо переходить, на самом деле, к регулированию. А основной вопрос регулирования – это вопрос обратной связи получения нормальной информации от управляемого объекта, обработка этой информации и выработка специальных управляющих воздействий. Давайте дальше пойдем. Что сейчас происходит? Посмотрите. 14 проверок. Это я так посчитал на взлет. Вообще-то их побольше на самом деле. Не считая там указа президента, не считая специальных целевых проверок ФСБ, которые проводятся по криптографии и так далее. Плюс проверки отраслевых регуляторов. И это не финал. Есть отчетливая тенденция увеличения числа проверок. Еще просто увеличение числа проверок. Последняя тенденция, последняя проверка – это бэкбаунти. Причем тенденция к расширению этой темы. А там уже работает сейчас 8 тысяч хакеров, кстати. А результаты? О результатах я бы еще поспорил, потому что 60 за несколько месяцев выявленные 60 уязвимостей не самого главного характера, на самом деле это гора родила мышь. Задумайтесь об этом. Значит, дальше. Централизованное планирование, координация, учет данных отсутствует. Данные проверок, на самом деле, ну, они сконцентрированы только в одной организации, в той организации, которая проверяет. А остальным регуляторам они бывают даже часто недоступны. Их нет. Все делаем. Причины роста числа. Очень интересно тоже. Прежде всего, это отсутствие достаточной координации между регуляторами в части своей согласованной методологии проверок. Методология разная. Далее, если она есть. Далее, ну, естественно, фиксация, представление результатов обработки, интерпретация результатов проверок и так далее. Второе. Отсутствие достаточного объема информации о состоянии защищенности объекта в результате каждой проверки. В результате каждой проверки остается неопределенность. Она создается рядом факторов. Один из факторов – это недостаточная информация, а второй фактор – недоверие. Вообще вопрос доверия тут номер один. Далее. Желание каждого регулятора, инициативного ФАИФ, организовать собственные проверки. Это мы видим. Наличие положительного эффекта, вот что неинтересно, наличие положительного эффекта для самой экзотической проверки есть положительный эффект. Почему? Да потому что система находится вообще не в очень, может быть, хорошем состоянии. Приведу пример по проверкам ФСТЭК. В прошлом году, ну уже в позапрошлом, 400 проверок, в прошлом году 800, и практически вот эти, сколько там получается, 1200 проверок выявляют массовые нарушения самых главных основных требований по безопасности. Это управление доступом. Если бы управление доступом, это парольная защита. Но пароли не ставит никто нормально, ребят. О чем говорить? Значит, поэтому как бы есть любая проверка, поэтому дает результат. А если бы система была поднята на достаточно высокий уровень, проверка показала бы просто результат того, что они выполнены требования по безопасности. Ну а в том, в какое положение попадают объекты защиты, ну взять там крупный, допустим, банк, который является значимым объектом, на который распространяются все требования отраслевые, все требования государственные, так сказать. Ну, я на примерах просто вижу, что им просто, они постоянно отбиваются от проверок, потому что одна за другой идут, так сказать, а эти проверки прежде всего отнимают ресурсы и отрывают людей от нормальной производительной деятельности. Получается, так сказать, это надо тоже учитывать. Дальше, направление, периодичность.
Ну, на самом деле, 5 таких крупных блоков получается. Это контроль соответствия требований по защите, и там периодичность от 3 до 1 лет. Был сегодня разговор по поводу того, как надо проводить, как можно чаще надо проводить. Но невозможно это делать, потому что просто организационно и технически, и финансово это сделать невозможно. Поэтому такой период устанавливается. Контроль настроек средств защиты техническими средствами, организационными средствами. Это как раз вот то самое, что называется мониторинг. Проверка готовности объекта к отражению атак в целом, это киберучение. Выявление уязвимости инструментальными средствами – это то, что называется пентестирование. Аналитическими средствами – то, что называется анализ уязвимостей. И мониторинг торжей аномалий – это непрерывно, слава богу, значит, осуществляется. Вот таким образом решается эта проблема. Направление 5, проверок 8, все остальные проверки, дополнительные, их 14, они производные от этих. Результат. Ну вот результат в самой правой колоночке приведен. Это, конечно, метод Delphi. Здесь посчитать ничего невозможно, но должен вам сказать, вот про аудит сегодня говорили с утра, да? Но на самом деле эффективность результатов аудита средняя. Он нужен, но результативность средняя. Качество не очень. Не то чтобы качество, а результативность. Вот лучше слова не скажешь. Вот не то. А что хорошо? Киберучение. Супер. Свою проблему закрывает. Мониторинг. Супер. Только системы мониторинга позволяют отражать кибератаки. Только они, больше ничего не помогает. Далее. Мониторинг настроек. Да, настройки надо контролировать. Текущая деятельность администраторов, она изменяет и ведет к деградации систем защиты, поэтому вот эту деятельность надо контролировать и удерживать систему в защищенном состоянии. Вот, смотрите, 3 зеленых сектора, все остальные непонятно что. Дальше. Труд затраты там и так далее, все это сложно. И каждая, извините, проверка, она проверяет, что, значит, что преимущество оценивается. Некую свою область, областей 14. Таким образом, мы имеем очень сложным, многомерным таким вот объектом. 14 граней в нем системы защиты. И вот каждую надо оценить. Значит, оценить. Параметр даже вывести невозможно, единственный какой-то. Да, надо оценивать каждую грань. Дальше идем. Сложность, но следствие, я уже говорил. Вопрос, а можно ли избавиться на самом деле от этих проверок? Ну, радикально сократить их, похоже, невозможно. Сократить можно раза в два, максимум, что можно сделать. Но делать надо. Дальше. Можно ли верить оценщику? Это проблема доверия. Вопрос недоверия к оценщику настолько высок, что некоторые регуляторы просто не принимают в расчет результаты оценок или там проверок, сделанные другими организациями. Говорят, нет, вот только вот мы проверим, и все. Возникает вопрос, а они что там, жена Цезаря вне подозрений? Или все-таки подозрения можно на нее распространить? Тогда окажется, что там ребята тоже прокалываются. Дальше. Не слишком ли длительный цикл проверки? А куда деваться? Цикл статических проверок сократить невозможно. Состояние в текущий конкретный момент времени они не отражают. А куда деваться? Так и будет. Как улучшить точность оценок? Почему ситуация не улучшается? Во-первых, точность разная. Описание результатов совершенно разное в документах. Общеметологические и общеметодические подходы при оформлении, хотя бы даже при оформлении результатов проверок, отсутствуют на самом деле. И, естественно, плохо совершенствуется система защиты из-за противоречий интересов, целей бизнеса и безопасности. Тоже понятно. Как свести показатели? Нужна единая система оценок. Какая-то. Комплексная. Она будет комплексная. Ну, первый шаг. Вообще-то надо результаты имеющихся контролей привести к стандартному унифицированному виду. Ну, представьте себе, в организации лежит 1000 листов текста, полученные за 3 года. 1000, а то и больше, да? В них результаты оценок и проверок представлены совершенно в разном виде. Как правильно, в описательном виде. И, как правило, ковыряться в этих документах, значит, приходится достаточно долго для того, чтобы какой-то результат практически получить и как бы сделать в собственный вывод о состоянии организации. Но это не серьезно на самом деле. Ну, так не делается. Значит, дальше. Можно ли использовать какой-то унифицированный подход? Можно. Надо, по всей видимости, нужно использовать подход оценки зрелости процессов обеспечения СОИП для каждого объекта. Процессов обеспечения СОИП. Вот это очень важно, да? А что такое процесс, понятно? Это система неких целенаправленных действий, направленных на достижение конкретного результата. Конкретный результат – защищенность. А если мы проверим конкретный процесс реализации требований по безопасности, последняя метрика, последняя оценка – реализация требований. А до этого – обеспечение, а там много разных вопросов.
Ну и что нужно сделать? Вести реестров до каждого объекта, потому как надо стандартизовать такой подход. И нужно собирать, то есть централизованно собирать отчетность и хранить ее в одном месте. Есть такие примеры. Центральный банк так делает. Какие-то попытки делает ФСДЭК, какие-то попытки делает НКЦКИ по своим направлениям. Ну, наверное, ближе всего к ЗОКИ, наверное, это ближе всего к ФСДЭК. Надо бы им, наверное, этим вопросом заняться. Вот. Ну, а прежде чем браться за это, надо понять, что такое защищенность. Как она соотносится с новомодным термином кибербезопасность, как я говорил, и чем она отличается, как мы их оцениваем на самом деле. Ну вот возьмите, допустим, показатель, который Банк России ввел у себя по своим стандартам, да, там 0,92. Это хорошо. А что это такое? Вот кто даст ответ? Что такое 0,92? Что хорошо, понятно. Центробанк сказал, а что это такое? Кто не знает. Чему это соответствует? Вероятности возникновения реализации атаки успешной. Какой этих атак? Достаточно много, да? За какой период времени эта атака может реализоваться, если у нас показатель 0,92? Интересный вопрос. Вот эти вот связки нет такой логической, поэтому все это затруднено. Отсюда следующее. Какие факторы влияют на безопасность? Вот мы проверили период, момент какой-то определенный, потом 3 года отступили, еще раз проверили. А в межпроверочный период что происходит? А вот там все атаки. А там это не безопасность себя ведет. Вспомним Лешу Лукацкого, да? Бумажная безопасность. А есть реальная безопасность, есть бумажная. А в каком соотношении находятся? А как они сочетаются? А как они интегрируются? На это вопросов нет. А надо? А надо. Вот. И можно и вывести интегрированный показатель защищенности. Как сравнить результаты контроля между организациями, в рамках одной организации, в течение времени, там, по отрасли, там, в любом разрезе? Вопрос. И вопрос какой? Равноценны ли требования по безопасности или нет? Ощущение такое, что неравноценно. Мы пока их не очень классифицировали, но давайте вспомним правила Парето, ведь в жизни все развивается по ним. 15-20% требований безопасности гораздо более важные, чем остальные. Но в каком смысле? Если я выполню, допустим, 15-20 требований по безопасности, я добьюсь 80% результатов. Я резко понижу вероятность того, что на меня будет атака. А вот потом буду дальше приводить систему в такое состояние, чтобы все требования выполнить и обеспечить безопасность уже там, ну, вероятность там на уровне там близко к единице, да? Вот. Поэтому я понимаю положительный эффект, который возник в результате экспресс-оценок по указу 250 президента. А там вот выборка была. Вот проверили выборку требований и сразу отреагировали организации. Значит, не делали, во-первых, а во-вторых, эффективно. Значит, надо идти в этом направлении. Далее, как же общеметологический подход. На самом деле опираться надо на две вещи. Я немножко, может, уже пропущу. Прежде всего, шкала зрелости, да? Процесс, любой процесс имеет свою шкалу зрелости. Он имеет свои метрики и показатели, по которым можно процесс оценить. Вот если мы оценили процесс обеспечения меры безопасности, то как бы нормально. Что оценивается? На самом деле оценивается 3 составляющие, влияющие на проблему. Первое – это качество управления системой обеспечения информационной безопасности. Туда входят все кадровые, организационные вопросы, там, нормативно-технические, там, как реализуется, там, плановые аспекты, все, да, финансирование, что не очень важно на самом деле. Кадровая политика, как и сегодня нам тут рассказывали и правильно рассказывали, потому как смена кадров приводит к обвальному крушению безопасности, мы это знаем, да, это тоже надо контролировать. Далее. Качество реализации защитных мер, тут понятней, у нас опыт есть. И третье, качество контроля деятельности. Деятельность надо контролировать качественно. Если мы набираем там, порядка 18-20 процессов по этим направлениям, для каждого процесса формируем свои метрики, измеряем их, мы получаем некий результат, который описывает реальное положение дел в конторе. Дальше. Ну вот направление оценки понятно, я бы о них уже говорил. Результаты проверок надо консолидировать. Результаты проверки надо планировать таким образом, снизить их объем, нагрузку на исполнителей, на организации. Да? Мы посмотрим возможность точного знания состояния объектов защиты как самой службой, так и регуляторами, чего они добиваются. Мы получим возможность всестороннего анализа результатов проверок. Да.
И возможность использования собираемой информации в интересах всех регуляторов. Вот эта база данных должна быть для всех. На ней, как собака на сене, сидеть нельзя на самом деле. Ну а пример формирования, это очень простой, тут все как бы понятно. Вот, и возникает некий куб данных, OLAP-технология, который хорошо известна, хорошо применима. Пожалуйста, крути его, верти как хочешь, формируй любые отчеты по этому направлению, все у тебя будет понятно. Вот на этом я хотел бы завершить вот это короткое выступление. Если есть вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Спасибо. Спасибо, Андрей Петрович. Ну, вопросы, наверное, в основном уже в конце будем, когда у нас диалог пойдет. Вот здесь, конечно, было очень интересно, но хотелось бы собрать вот прям всех регуляторов, и чтобы они прослушали. И все-таки, регуляторам эта информация направлена одному из, это ФСТЭК. Они с удовольствием это дело все читают. Насколько они отреагируют и как бы мы увидим ответную реакцию, так сказать, я не знаю. Но вот беседы с ними вот такого идеологического характера говорят о том, что, в общем-то, ребята начали понимать эту ситуацию. Ну, прежде всего, они начали понимать, что в защите информации существует и увеличивается вероятность возникновения инцидента всегда. На 100% защитить ничего невозможно. Это как бы вот первая позиция. Да? Это уже хорошо, это первый шаг. Второе, они начали воспринимать идеологию процессного подхода. Вот, а процессный подход, их же два, это имеется в виду, если иметь в виду процесс по циклу Деминга, это одно, такой циклический процесс, а он укладывается в большой длительный линейный процесс, который называется, так скажем, процесс оценки зрелости или оценка, и его можно, вернее так, процесс реализации, который можно оценить по шкале зрелости. А шкала зрелости описана в государственных стандартах, в КОБИТе, и вроде бы тоже начинает понимать. У них даже есть определенные наработки в этом направлении. Поэтому посмотрим, насколько у них хватит смелости. Но я считаю, вот первый шаг к усилению качества, улучшению качества управления, централизации управления, это создание централизованной базы данных. Создание системы отчетности, самопроверки, вписывание вот туда вот этих всех вот циклов, а дальше возникает планирование и обеспечение доступа всем заинтересованным ФАИВам к этой информации. Ну, естественно, самим объектам. Да? Вот такая история. Поэтому фон такой осторожно благоприятный, я сказал бы так, на сегодняшний день. Спасибо. Ну, я думаю, что вот эти идеи их нужно в любом случае озвучивать, хотя вот у нас в зале регуляторов и нет, но эта информация, она вот в нашем сообществе будет циркулировать и разными путями просачиваться. Хотя вот реализовать то, что сказал Андрей Петрович, я думаю, что безумно сложно. Ну, прежде всего, что нужна координация между регуляторами. То есть эти идеи подразумевают эту координацию. И вопрос возникает, да, кто главный? Да, ну это риторический вопрос. Не мой вопрос, он риторический, его мы слышим уже 30 лет. То есть, ну, как бы, пусть они между собой там разбираются, но, тем не менее, эта проблема, знаете, если вот взвешивать, бывает, мы не видим, что существуют весы некие, на которых мы взвешиваем необходимость и достаточность мер. Да? Вот необходимость 100%. Вот это очевидно совершенно. Почему они это не делают? Ну, мешает им что-то, наверное, или не понимают что-то. Я не знаю, я не хочу за них судить. Но я очень надеюсь на то, что они совершат определенные шаги к централизации управления в этой нашей большой сложной системе. Ну, вот с нами мой коллега Константин Титков. Вот у него ситуация в этом плане оптимальная. То есть он для, так сказать, подопечных дочерних зависимых компаний является и законодателем, и следователем, и прокурором. Поэтому, ну, я так преувеличиваю немножко, ну, по сути, да. Поэтому у вас есть возможность вот какие-то свои идеи по поводу оценки там киберустойчивости или более там вот частным образом защищенности их проработать, внедрить и проконтролировать. Вот, Константин, а вам слово, как это у вас получается, поделитесь опытом. Коллеги, добрый день. Я с удовольствием поделюсь опытом, я сделал небольшую презентацию. Я расскажу про возможности по оценке киберустойчивости на примере масштабирования защиты информации и кибербезопасности на группу компаний или на холдинг. О
О чем пойдет речь? Собственно, вспомним, что такое кибербезопасность, как мы ее достигаем, как мы ее масштабируем, обсудим, как это оценить. Ну и резюмируем в конце. Как обычно строится кибербезопасность? Давайте вспомним. Вариантов много, ответов точных нет, ответы могут быть разные. Но что обычно у нас в начале? В компании есть ответственность за информационную безопасность, как правило, он один, отвечает вообще за все, и за бумажную безопасность, и за реальную безопасность. У него есть обычно антивирус, он где-то стоит, как-то настроен, иногда обновляется, может быть, работает. Межсетевой экран, как правило, есть, с каким-то набором функционала уровня L3, максимум L4, и на выбор какое-то еще одно средство защиты. Вот. Обычно вот мы видим вот это. И, собственно, дальше в силу тех или иных причин компания решает заняться информационной безопасностью. Этого ответственного за инфобез назначают директором по информационной безопасности. Или нанимают нового, не суть важно. И что он делает в первый год, условно говоря, работы, в текущий год? Ему надо оценить текущую ситуацию в инфобезе в своей компании. Что есть из средств защиты, работают ли они, когда у них закончится срок лицензии или когда это неимпортозамещенное решение перестанет работать. Надо быстренько инвентаризировать IT, понять вообще, что мы защищаем, какую информацию, какие системы, что у нас торчит в интернет, что можно атаковать. Понять, вникнуть в планы развития компании, понять, куда вообще мы движемся, что у нас будет дальше, на что обращать внимание. Запланировать масштаб и этапность работ вообще по информационной безопасности. Разработать и согласовать, и утвердить стратегию по инфобезу, то есть тот опорный документ, по которому ближайшие 2-3 года ЦИСО, директор ПИБ, будет работать, по которому будут выделяться ресурсы, по которому будет отчитываться, по которому будут измерять его эффективность. Ну и под это часто разумно сделать план, где-то в компаниях требуется утвердить, где-то не требуется, просто удобно иметь под рукой этот план для себя. Как ЦИС или директор ПИБ этого достигает? Ну, во-первых, он играет в «что, где, когда», с руководством. Дальше. Вносит срочные корректировки в текущий бюджет, на текущие расходы. Нанимает персонал в первую очередь. Заказывает аудит, заказывает пентест. Внимание, опытный директор ПИБ заказывает оценку компрометации инфраструктуры, потому что можно строить любой инфобез, но если у тебя уже скомпрометирован инфра, то хакеры будут сидеть, смотреть, как ты это делаешь, и такие ха-ха-ха. Ой, он антивирус ставит. Смешно. Давайте мы ему исключение настроим, чтобы он нам не мешал. Вот. Ну и планируется бюджет на следующий год. На следующий год крепится периметр, межсетевые экраны, IDS, заводим туда трафик, создается SOC, туда заводятся события, настраивается аудит по всей инфраструктуре, плейбуки, правила корреляции и так далее. Уйма работы. Внедряются средства защиты в первую очередь, первые процессы выстраиваются, точечные изменения в IT, инвентаризация неиспользуемых учеток, появляется парольная политика. Да? Соответственно, Bloodhound на контроллер домена в конце концов натравливается, чтобы понять, а где у нас с административными правами, на каком узле можно поработать. Проводится повторный пентест, уже может быть даже внутренний, вообще понять, а вообще, как мы теперь можем быть атакованы, когда мы вот по правилу Парето 80/20 хотя бы начали делать. Ну, на третий год внедряются средства защиты второй очереди, СЗИ с IT-шкой начинают интегрироваться, quality-гейты появляются в DevSecOps'е, сканер безопасности с тикетной системой интегрируется, чтобы заявки на устранение уязвимости ставить. Проводится повторный комплексный аудит, и директор по безопасности говорит, мы достигли плановых целей в стратегии информационной безопасности, мы все молодцы, а вот теперь смотрите, куда дальше можно двигаться. Ну, соответственно, новая стратегия, новый план. Это нормально. Если не получилось, ну, соответственно, PDC, делаем все заново с новым ЦИСО. Вот. Ну, какие еще бывают компании? Бывают стартапы, там все грустно, там информационная безопасность обычно вынуждена пассивно, она сидит и смотрит на все это дело, руки не дают никуда засовывать. Что-то делается только по факту инцидентов, либо если припекло. Как только безопасник пытается влезть в какой-то процесс, ему дают по пальцам, говорят, не лезь, у нас тут быстро развивающийся бизнес, ты там в сторонке постой. Вот. Ну, соответственно, во времени, естественно, ничего нового с точки зрения инфобеза, кибербеза в компании не появляется, а риски растут. Компания становится дороже, бренд более узнаваемый, соответственно, на нее начинают обращать внимание не только клиенты, но и хакеры. Соответственно, даже потенциальная цена выкупа после шифровальщика, ну а до 2022 года иногда можно было договориться о выкупе, хотя мы всегда против такой ситуации, никому не посоветуем. Сейчас уже не очень договоришься, мы знаем почему, да? Вот. Кончается тем, что компания такая, ой, а надо бы заняться своим кибербезом. Ну и привет, смотри, вариант один, компания встает на те рельсы, которые мы только что обсудили. Так. Итого, кибербезопасность, ну мы все помним, это долго, это дорого, зависит от человеческого фактора, оценивается периодически, хорошо, если хотя бы раз в год-два, а то и реже. Цена ошибки крайне велика,
Поэтому, чтобы минимизировать, надо привлекать консультантов и чаще проводить оценку и применять корректирующие воздействия. Окей, вспомнили, что дальше. Ну и вот ЦИСОшник-безопасник такой выполнил все это. Ему говорят, ну отлично, а теперь давай весь холдинг защити. Он такой, что это надо еще 100-500 раз повторить? А это так в лоб уже не сделаешь, нужен другой подход. Ну и что остается делать? Рисуем треугольник, да? В одной вершине быстро, в другой дешево, в третьей качественно. И вместе с руководством компании пытаемся поставить точку где-то там. Так. Хоп, все, у нас есть опорная точка. Дальше от этой опорной точки можно отталкиваться хотя бы как-то. Ну и что? Дальше нужна методология. Вспоминаем про наших регуляторов. Они же ровно в той же ситуации. У них много подведов, подопечных. Область какая-то, которую они регулируют. Регулируют. Все так. Вот. А тебе нужно заниматься управлением безопасности в своей группе, в отличие от них. Тем не менее, опыт регуляторов во многом применим. А с другой стороны, группа компаний или холдинг есть и положительные стороны. Если про них не подумать, то вообще ситуация грустная. Но если про них вспомнить, то все становится гораздо лучше. Во-первых, это доверие между компаниями. Это общие цели, это общая структура управления, это возможность обмена и займа ресурсов. Да, человеческих, переброски финансов, совместные закупки и много-много другое. Это упрощает задачу. На что стоит обратить внимание при построении комплексной безопасности в холдинге или в группе компаний? Первое, рекомендую найти общее во всех компаниях и сделать типовые либо централизованные решения по защите. Второе, типизировать некоторые процессы и документы, сказать, вот просто вот сделай вот так и все. Да? Не задавай глупых вопросов, вот just do it. Найти различные уникальные, а в каждой компании всегда это есть, и вот на это уделять внимание персонально в каждой компании, поскольку оно специфично и не типизируется. Нужно обеспечить выделение ресурсов на киберзащиту. На киберзащиту этого уникального в каждой компании в отдельности. Ну, я прикинул, что это может быть. Это какой-то конфидент, персданные, локальные СЗИ с уровнем критичности, межкритикал. Это микроменеджмент какой-то, когда надо 100 правил настроить каждый день. Это специфика бизнес-процессов, про которую надо быть в контакте с генеральным директором, чтобы понимать вообще, что происходит, куда мы идем. Отраслевой регулятор. Кстати, вчера на сессии про персонал мы отлично затронули эту тему. Коллеги, очень рекомендую ознакомиться в записи, если она будет. И вот это все должно быть культивировано в каждой компании холдинга отдельно. И задача головной компании – помочь это а. сделать, б. обеспечить требуемыми ресурсами. Ну, сделаем промежуточные выводы тоже, что централизация функций – это всегда позволяет сократить расходы, ускорить внедрение кибербезопасности, но не отменяет отраслевую специфику. Так, ну и, собственно, дальше возникает вопрос, а давайте мы это оценим. Какие могут быть подходы? Первое. Ну, снова обращаем внимание наших регуляторов и на свой опыт. Мы себя самих оценить можем? Мы можем оценить, что мы эффективны, что мы свою компанию хорошо защищаем? Окей, можем. Так давайте эти подходы используем для холдинга. Давайте посмотрим с тех же точек зрения на компании группы. Давайте посмотрим на опыт регуляторов. Надо применять разные методы оценки. В предыдущем докладе прозвучал исчерпывающий разбор, и мы применяем ряд из них. Централизованные тиражируемые решения. То есть если ты что-то сделал централизованно, ты в точке централизованной инсталляции можешь проверить эффективность процесса и средства защиты. Тебе не надо это делать в каждой компании отдельно. Тиражируемое решение. Окей, ты сделал шаблон, раздал его, и потом сверяешь результат с шаблоном. Ну как аналог спецпроверки, да? Быстрее, проще, дешевле для всех. Ну и, соответственно, для уникальных кастомных историй, специфики бизнесовые, там приходится разрабатывать уникальные критерии. Без этого никуда. Хорошо, что стоит учесть в критериях? Ну, централизованные средства защиты выбраны, внедрены. Специфические средства защиты с учетом уникальности внедрены. Средства защиты покрывают всю инфраструктуру. Не простаивают, настроены корректно и эффективно. То есть это история, когда антивирус, вот он установлен на сервер, сверху лежит в коробочке. Это вот не наша история с вами, правда? Дальше, что есть интеграция между средствами защиты, между собой IT-системами, идет информационный обмен. Это TI-фиды, это сработки, это индикаторы компрометации, ERA-правила и так далее, так далее, так далее. В IT-системы отдаются тикеты, собираются необходимые логи и так далее, так далее, так далее. Собираются паттерны поведения. Процессы бы внедрены. А что значит внедрены? Они описаны и выполняются. А как убедиться, что выполняются? Либо пронаблюдать процесс, либо проверить артефакты. Ну и достаточное количество персонала, чтобы это все на своих плечах держать и нести. Методы оценки, которые мы используем. Корпоративный стандарт информационной безопасности разработан в нашей группе и применяется к нашим дочерним обществам. Как проверяем? Выездные дистанционные мероприятия по оценке соответствия. Почему? Потому что хочется проверять почаще, но не хочется давать слишком большую нагрузку на персонал на местах.
Дальше. Оценка эффективности настройки локальных СЗИ. Инструментальный контроль, проверка по шаблонам, по профилям настроек, там, где это возможно, где невозможно или профиля нет, ну, методом внимательного взгляда в монитор. Ну, как еще? Естественно, со стороны эксперта, который умеет крутить это средство защиты. Регулярный сбор метрик, подтверждающих выполнение процессов, и сверка этих метрик с референсными значениями. Своими. Мы же себя оценили уже, да, мы помним. Мы можем чужие метрики со своими сверить. А можем сверить с метриками сообщества, когда они есть и нам доступны. И это внешние источники. И пентест. RTIM, далее, соответственно, возможно, киберполигоны и так далее. Это результаты пентеста могут скорректировать оценку эффективности процессов. То есть мы оценили что-то, говорим, окей, вроде бы парольная политика управления доступом нормально настроена, все хорошо, документировано, там пальцем потыкали, проверили пару пользователей. А пентестеры нашли бесхозную учетку на периметре в CMS-ке, подобрали пароль с пользователю админ с паролем админ. Значит, процесс на самом деле не работает. Да? Понижаем оценку по этому параметру и так далее. Далее. Мы разработали бальную оценку. Бальную не от слова «бал», а от слова «баллы». Да? И я для примера привел на слайде, соответственно, некоторые примеры. То есть мы остановились на пятибальной шкале, потому что она большинству из нас, ну, с детства знакома, да, со школьного. Из университетского, это во-первых. То есть ее понимают все. Неважно, в какой структуре бизнеса и с какой специальностью работают. Инженер, гуманитарий, естественник, все поймут. Это первое. Второе. Дальше, что входит в эту шкалу? Как трактовать? Да? Вот для примера один из параметров только здесь приведен. Вот 2 балла. То есть твоя безопасность на 2. Если просто тебя вот случайно нельзя взломать или любой желающий школьник не может взломать, это у тебя на 2. На 3 это если профессиональный пентестер, ограниченный в ресурсах, то есть либо во времени, либо в финансах, либо и то, у нас там, естественно, критерии, не смог тебя взломать. Да? И так далее, и так далее, и так далее. Но это не единственный параметр, это просто самые такие, вот, которые на виду. Ну и требования к целевой оценке каждой конкретной компании, группы, мы формируем как головная компания, исходя из ее финансовых параметров, степени сетевой, но интеграции с нами. Кость, прости, не могу не ворваться. А что тогда на 5 баллах-то? Позже скажу. Договорились. Позже узнаете. Вот. А, соответственно, что такое сетевая интеграция? VPN, да, с контрагентом. Что такое состав информационного обмена? Мы можем обмениваться данными, мы можем передавать конфиденциальную информацию в компанию, можем получать от нее программный код. Да, это может быть какие-то сервисы совместные, совместное использование бренда. Вот, коллеги, приведу пример. Например, если в компании нашей группы, комбрендинговой с нами, произойдет инцидент информационной безопасности, который станет известен публично, а наш отраслевой регулятор, который ту компанию вообще не регулирует, обратится к нам с вопросом, банка, как вы это допустили? Ну, в нормальной ситуации вообще можно сказать, что слушай, это другое министерство регулирует. Ты тут при чем? Что ты нас спрашиваешь? Пусть те того спрашивают. Но наш банк всегда стоял, стоит и будет, я надеюсь, стоять на соблюдении законодательства и на доверительных отношениях со всеми регуляторами. Поэтому да, мы даже в такой ситуации честно ответим, что да, вот эти товарищи, вот то-то, так-то и так-то. Ну, на самом деле мы считаем, что это нормально. Дальше. На что еще стоит обратить внимание в холдинге? Нужно определить всегда приоритетные требования по информационной безопасности. Здесь та самая модель 80/20 прямо играет бриллиантовыми отблесками. С учетом, давайте так, модели угроз, это для коллег из ФСТЭК, с учетом перечня недопустимых событий, это для коллег из Минцифры, да, для каждой конкретной организации. То есть каждый должен начинать делать с того, что для него релевантно из общего списка. Далее. А с нашей стороны методология, конечно. И средства автоматизации расчетов. Организация выделения ресурсов. Об этом я говорил. Понятно, что ресурсы должны быть потрачены в каждой отдельно взятой компании. Не всегда они есть. Должен быть предусмотрен какой-то механизм разрешения, санкционирования, дофинансирования в этом вопросе. Ну, это совместная работа с компаниями холдинга. И внедрение инструментов корпоративного контроля с достижением целевых уровней. Это работа главной организации всегда, да, где находятся акционеры. Это могут быть там простые вещи вроде KPI, руководства компании. Это могут быть ограничения на сетевое информационное взаимодействие внутри холдинга. И так далее, и так далее, и так далее. Риск оценка актива. Вот. Ну, соответственно, вплоть до там, контроля эффективности работы управления компанией.
Ну, сделаем вывод, подытожим. Оценка кибербезопасности проводится по заказу и в интересах бизнеса, владельца бизнеса. Оценка может быть ступенчатой, например, бальной, или градиентной, которую можно использовать в расчетах более точно. Мы используем обе, потому что нам важно и представить числовые значения бальные, чтобы все могли понять результат, и при этом иметь числовую оценку, которую можно использовать в формуле в расчетах операционного риска. Но, соответственно, она должна быть понятна для всех. Например, для бизнеса бальная, для операционных рисков числовая. Коллеги, ну давайте подытожим в целом всю презентацию. Комплексный кибербез – это долго, дорого, сложно, зависит от человека и должен проверяться, оцениваться регулярно. Цена ошибки при планировании реализации высока и непростительно высока. Централизация ряда функций по обеспечению ОБ в группе компаний сокращает расходы на уровне группы и на уровне компании. На уровне компании не повысится, но повышает эффективность этих расходов на уровне группы. Но, к сожалению, все централизовать невозможно. Ну и оценка кибербезопасности – это важный параметр при оценке риска бизнеса, при оценке риска ведения бизнеса этой компании. Коллеги, спасибо за внимание. Спасибо, Константин. Признаюсь, с большим удовлетворением прослушал ваш доклад, потому что у нас стоит та же самая задача, так сказать, в группе ВТБ, дочерней независимой компании. И мы вот до этого не общались, и, в общем-то, контактов на эту тему у нас не было. Но, как говорят, вот действительность, она, так сказать, заставляет идти одним и тем же путем людям, даже никак не связанным друг с другом. Я вот могу сказать, что у нас удивительная корреляция в подходах практически по всем направлениям, которые сказал Константин. Но я из этого делаю вывод, что, наверное, мы идем оба правильно. Тогда давайте идти вместе. Да, ну, вы уже договорились еще встретиться, пообщаться подробнее. Такой уточняющий вопрос. Понятно, что компании разные, и стоимость инцидента в разных компаниях разная. Вы их как-то градируете, так сказать, на уровне? Да, конечно. У нас есть подход, когда мы требования нашего стандарта разделяем на три группы, исходя из стоимости компании, возможности финансового ущерба для нее, для головной организации, для группы в целом, и исходя из возможности компании по митигации рисков. Соответственно, зачастую одно и то же требование может иметь градацию степени выполнения или может быть реализовано с помощью разных инструментов разной стоимости и эффективности. Компаниям одним мы, скажем, рекомендуем, скажем так, сделать это дешевле, может быть, чуть меньшей эффективностью, компаниям другим мы рекомендуем сделать то же самое, более дорогим, но более эффективным средством. У нас такой подход есть. Ну вот у нас, наконец, небольшое отличие. Вот у нас тоже было до недавнего времени три градации, а вот сейчас что-то мы думали-думали, решили ограничиться двумя. Вот важные и все-таки там, где это не критично. А такой еще вопрос. А вот ну, понятно, про централизацию я услышал, и да, мы тоже идем этим путем, потому что это самый, как бы, не сделаешь, хочешь сделать хорошо, сделай сам, да? А все-таки, поскольку, ну, думаю, наверняка не все централизовано, именно вот технические стандарты вы разрабатываете для дочерних компаний? Ну, просто вот прям набор средств защиты. Вот делай раз, делай два. Вот такой есть опыт? В целом, да. Я сейчас говорил о том, что мы же какие-то функции централизуем. Что такое централизация? Мы в рамках группы компаний создали корпоративного поставщика сервисов информационной безопасности, который реализует, оказывает компаниям группы сервисы, ну, фактически берет на себя аутсорсинг каких-то процессов. Это первое. Естественно, что это стандартная функция, она описана, и со стороны дочернего общества при подключении к сервису нужно там выполнить технические условия подключения. Второй вариант. Какие-то средства защиты мы не считаем правильным или корректным централизовать. То есть, условно говоря, представим ситуацию, что у нас нарушено функционирование интернета, Рунета. Да? Вот буквально позавчера у нас сейчас были перебои, да, на технических сетях связи. То есть, а что есть такого средств защиты и процессов в компании, что не может ждать час? Что должна работать постоянно? Это нельзя выносить в облако, это нельзя использовать как сервис, он должен быть только локальным. Но
Соответственно, если каждый будет пытаться делать самостоятельно, то будет, ну, честно говоря, зоопарк, который сложно и настроить, и проконтролировать. И мы не можем быть уверены, что оно везде эффективно работает. Поэтому, конечно, мы по каждому такому классу средства защиты формируем на уровне рынка импортозамещенных решений Российской Федерации после отбора по функциональным критериям и пилотирования те решения, которые мы рекомендуем нашим дочерним обществам к использованию. Почему? Потому что мы уверены в их эффективности работы, мы понимаем, как их интегрировать с другими средствами защиты, мы можем вместе с вендором доработать документацию, чтобы все-таки инструкция по установке и настройке была адекватная, мы понимаем, какие технические требования к размещению, мы понимаем стоимость этого решения. Мы можем дать настройки по контенту и тиражировать эти настройки. Можем централизованно проверять обновление, говорить, это обновление можно ставить, оно ничего не ломает. У меня пальцев уже не так много осталось, можно и дальше перечислять. Ну, конечно, да, мы это делаем. А, и да, самое важное еще добавлю. Мы можем научить наших аудиторов проверять настройки этого решения, чтобы они на выездных дистанционных проверках проверяли, что оно корректно настроено. Мы можем обучать настройкам этого решения сотрудников дочерних обществ. Все, вроде пальцы кончились. На ногах не будем загибать. Спасибо, Константин, очень интересный доклад. Вот. И я передаю слово Александру Пушкину. У него будет взгляд еще с одной стороны, то есть как у нас компания-поставщик услуг и решений видит вот проблему киберзащищенности и какой посыл она, в общем, формирует для своих клиентов. Да, Александр, вам слово. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Значит, ну, сейчас презентация включится. Значит, в своем докладе я и затрону вот общий вопрос киберустойчивости, который, ну, вот во главе сессии у нас фигурирует. И один из основных, скажем, областей киберустойчивости – это какие подходы существуют к оценке уровня защищенности организации. Ну, так как российских нормативно-правовых актов нету, что такое киберустойчивость, я позволю себе здесь, ну, как-то пофантазировать и немного, ну, скажем, дать свое определение. Это то свойство информационных систем организации, да, которое позволяет им штатно функционировать, когда проводятся именно на них негативные кибервоздействия, они же кибератаки. На самом деле, как можно мерить киберустойчивость, ну, опять же, наших документов, каких-то рекомендаций пока нету, вот, но, скажем так, посмотрев на международный опыт и как они вот это меряют, есть такие документы, все известный от НИСТа, значит, подход в измерении вот этой киберустойчивости. Удивительно для себя нашел от Семантика тоже документ. Скажем так, ну, они и пересекаются, но один слишком раздутый и слишком параметризированный, как-то тяжело с ним работать, другой очень скомканный и больше такой посыл. Но опять же, позволю себе дать те критерии, которые, на наш взгляд, вот являются основным блоком по оценке киберустойчивости, они вам, скорее всего, хорошо знакомы. Это, конечно же, и инвентаризация той IT-кухни, которая находится в вашем ведении. Да, и не только разовая история, а это должен быть процесс, который постоянно должен актуализировать то, что у вас находится под контролем, и минимизировать вот эту вот теневую IT, как ее называют. Безусловные практики по мониторингу и реагированию – это и процессы, и люди, и средства защиты, которые должны быть встроены в деятельность организации, чтобы вот эта киберустойчивость в принципе существовала. Про оценку уровня защищенности я вот дальше поговорю, по основным ее, наверное, подходам, которые существуют не обо всех, а вот основные, которые, ну, мы чаще всего, скажем так, практикуем для наших клиентов. По поводу непрерывности деятельности тоже важный момент. Это, конечно, восстановление после сбоев, которые рано или поздно, конечно, случаются и по компьютер, из-за компьютерных атак, и, в принципе, из-за ненадежности определенных узлов IT. И здесь
Киберустойчивость, она не может быть, ну, в принципе, достижимой, да, и какой-то результат, он должен всегда улучшаться и улучшаться со временем. Поэтому наличие стратегии по улучшению киберустойчивости – это тоже один из основных факторов, по которым можно судить. В принципе, организация, ну, как бы повышает этот критерий или нет. Ну и теперь поговорим более подробно по подходы оценки уровня защищенности организации. Их, наверное, классических три мы для себя выделяем. Это не все представлены, но, скажем, они вот такие базовые, их хорошо клиенты понимают и могут уже ими оперировать. Это анализ защищенности, пентест и аудит. Ну и по каким критериям мы их сравним между собой. Непосредственно, ну, конечная цель проверки по каждому из них. Анализ защищенности – это у нас работа больше на выявление максимального количества уязвимостей, которые присутствуют в организации, и недостатки информационной безопасности для того, чтобы сформировать, ну, определенные рекомендации по их устранению. Пентест у нас как раз направлен не для выявления общего, ну, как бы сказать, максимального объема, а именно достижение конкретной цели тех рисков, которые организация видит перед собой в первую очередь. Аудит – это, в общем, наверное, всем очень хорошо знаком. Это проверка на соответствие чему-то, каким-то нормативным документам. Это и банковские нормативные документы, и вот в СТЭК приказы. То есть здесь могут быть даже и внутренние корпоративные стандарты. Главное сверяться с чем-то. По фокусу и уровню зрелости можно разделить пентест и анализ защищенности. Фокус – это важнее ширина исследования, чем глубина, то есть максимальное покрытие и поиск уязвимостей в анализе защищенности. Для пентеста – это как раз найти вариант достижения той цели, которую заказчик поставил перед собой. Аудит – это просто выполнение вот всех критериев оценки, которые есть в том документе, ну, на базе которого мы сравниваем. Как правило, анализ защищенности проводят для себя компании, вот, которые, скажем, только недавно задумались о вот внешнем, скажем так, исследовании на уязвимости и на недостатки информационной безопасности, так можно сказать, от низкого до среднего уровня. Пентест – это уже компании посерьезнее ВБ, которые уже прошли несколько циклов и могут и точно формулировать, что для них наиболее страшное. Это не все могут. Вот. И, конечно, вот для них результаты пентеста, они более продуктивны, чем простой анализ защищенности. Для аудита здесь заказчик может быть на любой уровне зрелости, потому что если ему необходимо соответствовать, ну, по требованиям своего регулятора, значит, он неизвестно, ну, неизбежно это будет делать. По тем, скажем так, критериям, когда завершены вот эти оценки. Значит, для анализа защищенности, когда весь объем, который заказчик выдал по IP-адресам, по доменам, по перечню систем, которые нужно проверить, работы выполнены. Пентест, в общем-то, у него такая вилка, либо цель, которую заказчик ставил, она достигнута, либо закончился какой-то ресурс. Ну, чаще всего время, выделенное на вот эту работу. Ну, бывают иногда эксклюзивы, если вас нашла служба безопасности, да, тот СОК, который охраняет эту организацию, да, он выявил ваши следы. Тоже может быть один из критериев. Аудит просто по факту завершения того перечня проверок, который необходимо сделать. Значит, по тем способам, как цели достигаются. У анализа защищенности может быть различные входные условия, да, это может быть и совсем неизвестная система, так называемый черный ящик, ну и далее там с предоставлением определенной информации, учетных записей, там, вплоть до предоставления исходного кода, да, вот здесь используются все варианты, которые заказчик
посчитал нужным предоставить для, ну, для, для вот этой работы. При пентесте, как правило, чаще вот, значит, говорится конечная цель, и, ну, может быть, допускаются запрет каких-то определенных действий. Здесь наиболее лаконичные, как правило, задачи ставятся. Аудит, опять же, проще всего, потому что есть нормативный документ, ну и на базе которого идет просто чек-лист по тем функциям, которые нужно проверить. В качестве результата у анализа защищенности это такой отчетный документ с перечнем всего, чего нашли, какие методы проверок были, использовались. И вот для начала в независимой оценке информационной безопасности вот это подходит, ну, достаточно хорошо. При пентесте здесь рассказывают, ну, во-первых, факт, достигли, не достигли, ну и как второстепенные вещи, как достигли, перечисление всех действий, либо если не достигли, что помешало, что вот послужило из средств защиты блокирующим вот этим эффектом. Для аудита, ну, заключение прошел, не прошел. Ну, последний критерий, он, скажем, всегда всплывает, что сколько стоит. Для анализа защищенности идет оценка просто от количества объектов, которые нужно проверить на внешнем периметре, на корпоративной сети, там, по анализу определенных сервисов, их объема, там, вплоть до строчек кода. При пентесте это критерий, как правило, типовая, нетиповая цель, и достаточно сильно влияет, должны ли вы как можно бесшумнее работать, или наш центр мониторинга предупрежден, он особо мешать не будет, будет смотреть. То есть здесь различные вариации. По аудиту здесь, как правило, они наиболее типовые стоимости у аудитов, ну, потому что методика есть, объем примерно один и тот же, и выходные документы тоже понятны. Ну и напоследок те выводы, которые связаны с киберустойчивостью. Вообще тема, да, хорошая, она позволяет работать даже при наступлении вот негативных, скажем так, воздействий со стороны, и его нужно развивать, ну, хорошо бы стандартизировать те критерии, по которым можно оценивать. Не нужно задирать слишком высокий порог дела для вхождения вот в эту сферу, потому что мы понимаем, что, ну, не во всех организациях, далеко не во всех обеспечены ресурсами для соблюдение сразу кучи критериев, да, и финансирование, и людские, и, в общем-то, все эти проблемы вы хорошо знаете. И третий вывод, разбираясь, что вам нужно на каждом этапе, это можно серьезно оптимизировать и ресурсы для внедрения, и стоимость покупки тех решений, которые вы выбрали. Поэтому, ну, в общем-то, наша, наверное, секция и в целом конференция как раз для этого. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр. Да. Ну, сейчас я, тут тоже у меня вопрос. Просто вот эта вот картинка из трех пунктов, она несколько так статично выглядит, а вот все-таки процессы в организации, которые очень важны, ну, не знаю, там, выявление, устранение уязвимости и так далее, это у вас в колонке аудит скрыто? Нет, это вот слайд был, еще один перечень критериев для киберустойчивости. Там 6 позиций вот было представлено, и немножко они были детализированы. Это инвентаризация, мониторинг, реагирование, анализ защищенности, дорожная карта и процессы по восстановлению непрерывности бизнеса. Ну, значит, я вот там пропустил немножко переход. Вот. Ну и, на мой взгляд, там еще не хватает киберучений, потому что как бы у нас все не было хорошо, пока мы не знаем, как себя поведет организация в момент атаки, в общем-то, уверенности в том, вот, может, нас впадет в ступор. Да? Поэтому, вот, на мой взгляд, нужны как штабные киберучения, так и по отдельным функциям.
Я вот их, наверное, специально не вынес, хотя, ну как, наша компания является производителем киберполигона, и хотелось бы, ну как, подсветить. Но для меня есть понимание, что, ну, это все-таки второго эшелона критерий киберустойчивости, потому что если вот эти шесть базовых, они недостаточно проработаны, не функционируют, но эти киберучения, ну, скажем так, у нас все дыряво, ну, или ничего не умеем делать, не знаем, как реагировать на простейшие угрозы. Значит, делайте документы, делайте процессы по реагированию, и тогда вы уже в киберучениях что-то сможете. А так это будет работа. Ну, согласен, тут нужен определенный уровень зрелости. Ну, про киберучения мы там потом попозже поговорим, потому что, я думаю, другие участники тоже к нам присоединятся по этой теме. Вот Андрей Петрович хотел сразу вот... Александр Сергеевич, извините, такой вопрос. Понятие киберустойчивость, оно включает в себя... отказоустойчивость? Да, конечно. Тогда отказоустойчивость может происходить или возникать не вне зависимости от кибератак. Это сам по себе там процесс каких-то старения микросхем, там 5-10, да? Тогда определение надо немножко поменять. Это получается, что киберустойчивость – это способность системы функционировать в условиях разнообразных воздействий на нее, не только кибер, вот так. Опять же, нет нормативного документа, да, поэтому мы немножко сужаем, расширяем. Вот у Сергея Владимировича было более широкое определение киберустойчивости. Наверное, у меня профдеформация заставила только с кибератаками связать. Ну, скажем, вот элемент, который критерий обеспечения непрерывности бизнеса, он туда, в общем-то, и включает вот это. В определение, да, можно добавить. Да. Еще одно направление возникает. Да, Андрей Петрович, тут, конечно, в это определение входит, ну, по крайней мере, то, которое бытует вот у нас и которое я озвучил. Вот. Ну, единственное только, что если я специально как бы не затрагивал и не подталкивал к этому участникам, потому что нам тогда не отдельную сессию, а отдельную конференцию нужно будет проводить, потому что эта тема вот с непрерывностью, она вообще очень сложная и, скажем так, во многом формально исполняемая. Вот. Ну, Александр, да, еще раз спасибо. И передаю слово Андрею Волову. Вот вопрос, как IT-инфраструктура влияет на уровень защищенности организации? Всем добрый день. Можете, пожалуйста, включить презентацию? Так. Ну, собственно, меня зовут Андрей, я являюсь руководителем направления оценки защищенности компании РТ «Информационная безопасность». 100-500 лет уже в администрировании, пентесте и разработке, являюсь владельцем продукта RT Protect YASM и все в этом роде. Поехали. Что же вообще, в принципе, такое теневая IT-инфраструктура? Это в данном докладе я буду определять это как любое ПО, система, любой процесс, который есть в организации, и о нем не знает подразделение информационной безопасности. То есть это просто вот все, что угодно, там пользователь поставил, администраторы в курсе, безопасники не в курсе, все это считается теневая IT. Собственно, почему вообще возникает теневая инфраструктура? Первое, это, как правило, долгий срок исполнения заявок. То есть пользователю гораздо проще что-то сделать самому, нежели там заводить тикет, ждать его исполнения, там еще неправильно сделают. Ему проще, допустим, скрутить жесткий диск, принести домой, поставить себе какую-то игрулю, перенести обратно на работу и играть в нее по вечерам. То есть зачем триггерить на это администратора, безопасников и так далее. Далее, это удобство. В принципе, да, зачем вам подключаться через VPN, через всю удаленных рабочих столов, если можно просто поставить там тимированный контроллер домена, либо на сервак и заходить там из дома, удобно, как бы удаленно, все красиво, разрешение там не падает. Вот. Особенно актуально было на время пандемии. Дальше, это страх потерять доступ. То есть, как правило, безопасники закрывают доступ, зарезают открытые порты. И, как, допустим, вот у нас такой был прям пример. Это когда администраторам поставили ПАМ, а администраторы должны были через него ходить напрямую. То есть подключаться к ПАМу, с ПАМом подключаться на какие-то там уже на свои на сервера для процесса администрирования. Но администраторы испугались, администраторы думают, если ПАМ упадет, что мы будем делать? Инфраструктура перестанет работать, это издержки, это потери. Мы оставим на всякий случай запасной канал связи. Приходит пентестер, открывает этот канал связи, проходит в обход ПАМа. Ну, собственно, и часто бывает такое, то, что встречаются администраторы с низкими компетенциями. Допустим,
У администратора была задача организовать закрытый контур, в котором исключено подключение, ну, в котором ограничено подключение к интернету. Что они делают? Они берут, они просто пингуют Яндекс, пинги не проходят, все, значит, как бы контур отделен. Соответственно, то, что SMP протокол отключен в сети, они об этом не знали, им как бы, что как бы явилось причиной возникновения доступа в интернет. Следующее. Это какие, в принципе, угрозы таит в себе Shadow IT? Ну, самое главное, это то, что это упрощение жизни. В принципе, это и пентестер, так и злоумышленника на всех этапах киллчейна. То есть, если есть непокрытые хосты, если есть неизвестные какие-то там лазейки, пути, маршруты, то это прям проблема. В принципе, если вы не контролируете инфраструктуру, то нельзя выстроить нормальный процесс по мониторингу и реагированию на инциденты. Собственно, в этом-то это основная проблема. Плюс еще есть такая штука, то, что это временные, тестовые. Вот я попробую удалю приложение. Например, вот у нас был такой яркий пример. Человек поставил себе офис, но лицензию решил не покупать, решил его активировать кейгеном. Потом бам, на сервере загрузка 100% по ядрам. Казалось, словил шифровальщик. Ну и, как правило, когда приходят регуляторы, они как бы говорят, что вот есть такие проблемы, а заказчики потом смотрят, а как так? То есть. Следующий. Ну и, собственно, немножко статистики. В 100% компаний, которые мы смотрели, обнаружены личные аккаунты, заведенные на корпоративную почту. Это как бы и нашей компании касается, и других заказчиков касается. И, в принципе, вот это вот выявляется только тогда, например, когда у пользователя переполняется почтовый ящик. То есть потом администратор начинает смотреть, что случилось, а почему же у него почтовый ящик переполняется. Потом оказывается, там идет с всяких сайтов знакомств, с криптобирж и всему тому подобному. Вот. А выявить это достаточно так непросто. Следующее. 90% организаций были обнаружены нелицензионное ПО, а также торрент-файлы, кейгены, либо его следы. Даже сейчас, вот здесь вот в организации, когда мы смотрели Wi-Fi по широковещательному трафику, проходили запросы на рутрекер, как пример. В более 70% организаций администраторы обмениваются паролями мессенджера. Причем это не одноразовые пароли, это, допустим, Саш, дай мне там, допустим, доступ к прокси, мне надо зайти, добавить сайт. Вот тебе, конечно, передает ему доступ, и прям логин, пароль, потом не удаляют, ничего. Мы за этим следим, наблюдаем и просто иногда пребываем в шоках. Более 50% организаций присутствует связанность, вот как там они не говорят, физически разделено, логически разделено, гальванические развязки стоят. Но, как правило, когда мы приходим в компанию, мы проходим там, допустим, из открытого Wi-Fi в технологическую сеть с УТП. То есть это вот, ну, реально 50-50 происходит. В более 30% компаний удалось по сети сбрутить пароль локального администратора на недоменном машине. То есть, да, вот, допустим, если машина домена, на нее применяются политики, на нее там режутся права, пользователь обязан менять пароли, там закрываются сессии. Если машина не домена, то, как правило, про нее все забывают. То есть там стоят администраторы с паролем по умолчанию, там не ведется какой-то контроль доступа, там файлы, которые никто не смотрит. Вот, и это прям хорошая находка для пентестера. Также присутствует организация, в которой департамент ЭБ не знает о том, как и куда подключаются подрядные организации. Были случаи, например, когда мы нашли то, что у компании стоит наружу просто открытый RDP-порт. Начали сканить, прошли на машину, через машину прошли в организацию. Приходим к ЭБшникам, как так? Они это не знают. Оказывается, этот порт открывали для подрядчиков, которые обеспечивали там электрооборудование. И они, администраторы, заверили то, что это все происходит там по белым спискам, никто лево не подключится. Вот практика оказалась немножко другой. При анализе защищенности обнаруживаются лазейки, позволяющие обойти средства защиты. Например, Osteq Printer PLDAP, удаленного подключения к VMware Workstation Pro и другие варианты. То есть, какие, ну, в чем это опасно? Допустим, стоит принтер. Принтер с паролем по умолчанию, админ-админ. То есть, надо ли это кому-то менять? Никто не меняет. Ну, принтер и принтер. Потом оказывается, что принтер интегрирован с Active Directory по LDAP. То есть для того, чтобы можно было скан отправить на почту, например. А какую учетную запись заводят? Как правило, чтобы все работало, там, ну, достаточно обычного пользователя домена. Но бывает такое, что туда ставят и доменного администратора. Почему бы и нет?
ставят локального администратора, то есть учетная запись, которая создана на всех хостах, является локальным администратором. Ну, чтобы уж техническая учетка, она одна, и с ней ходить проще. И для многих заказчиков становится вот прям таким открытием, что, допустим, VMware Workstation Pro, который, ну, в принципе-то уже нельзя использовать, оно держит в себе открытый порт. И, в принципе, вы можете к нему подключаться от клиента, как, допустим, к ESXi. Принцип тот же самый. И вы можете заводить виртуальные машины на конечном хосте. И вот это вообще никто не контролирует. То есть это достаточно удобно для пентестеров. Ну и, собственно, кейсы. Вот внедрение PAM, как я уже говорил, для администраторов. Администраторы должны ходить через PAM, но мы боимся, мы так делать не будем, мы оставим себе лазейку. А администраторов, безопасников мы, конечно, про это не предупредим, но на всякий случай будем иметь в виду. Вот. Дальше. Открытый интернет-сегмент с Wi-Fi и закрытый корпоративный сегмент. Чтобы не усложнять себе жизнь, администратор включил свой хост в оба сегмента через два сетевых адаптера. Ну, типа, зачем чуваку там второй компьютер, если можно поставить одним адаптером сидеть в Wi-Fi, в сети Wi-Fi, другим адаптером сидеть в корпоративной сети. Как бы удобно, красиво, ничего не надо, там, не переключаться, не ходить никуда. Вот. Но по факту получилось так, что подключившись к гостевой Wi-Fi сети, которая вообще, в принципе, открытая, удалось подломить хост администратора, и через этот хост администратора проникнуть в закрытую корпоративную сеть, где хранится уже там информация ограниченного распространения и так далее. Ну, собственно, там сервера виртуализации и, ну, и так далее, захвачен полностью контроль над всей инфраструктурой. Дальше. Вот мой любимый пример – это в одной из организаций была иерархия подчинения там антивирусам. То есть, тут не работает. Был основной серый Касперского, который не, для чего-то не ввели в домен, и он стоял просто один-одинешник. Там был пароль администратора от 1 до 6. А оказывается, этот сервер, он был родителем для другого сервера, который был родителем для других серверов. И в чем прикол? То, что один сервер стоит в открытой сети, другой сервер стоит в защищенной корпоративной сети, а там уже третьего уровня сервера, они стоят вообще под рядных организациях. Соответственно, захватив один сервер в открытой сети, мы получили прямой доступ в инфраструктуру подряд, ну, как дочерних организаций. То есть это захват антивируса, это, в принципе, контроль над всей инфраструктурой, потому что, как правило, покрытие антивируса 100%, а агент антивируса, они имеют функционал запуска задач. Запуск задач, запуск своих бинарей, можно добавить там в исключение свои файлы. И, собственно, что мы сделали? Мы добавили мимикац в исключение и закинули его прямо на дочерние организации. Получили просто дампы всех хостов, которые там были, и, собственно, сидели довольны, казалось бы. Дальше. Пользователь просил администратора установить себе на хост VirtualBox, потому что администратор, ну, как пользователь, не должен иметь права, не должен обладать правами локального администратора. Он просил сделать себе виртуалку. Виртуалка, он разработчик, ему нужно было там постоянно что-то ставить, сносить. Использовали, как, грубо говоря, как контейнер виртуалку. Ну и чувак так в один момент решил, там, он хотел сделать удаленку, завел там, грубо говоря, себе тикет. Администраторы делали, в итоге ничего не сделали, чувак плюнул, поставил себе хамача. То есть поставил себе хамачи и подключался просто из дома по обычному RDP на виртуальную машину. Творил там, что хотел, собственно, она была бесконтрольна. И благо вот это не привело к печальным последствиям. Но там же как бы домашний компьютер никто не контролирует, поэтому могло быть все, что угодно. Дальше. Это как в принципе, вообще выявлять Shadow IT внутренней сети? То есть самое первое, что можно сделать, это постоянная инвентаризация. Инвентаризация, сканирование. Можно это делать в рамках того же самого vulnerability management. Так, один раз просканировав, грубо говоря, вы можете определить, что это за хост, кто за него ответственный, почему он там появился, или вообще там ответственного нету, надо найти и посмотреть, кто вообще создал этот хост. Следующее – это мониторинг создания изменений доменных учетных записей. Потому что, ну, как правило, в организации он не особо ведется, и когда добавляется там домен администратор, это никто не видит. То есть, а почему, а как? Что-то не то. Вот. Мониторинг подключаемых устройств. Но это уже более-менее все уже там вводят контроль отчужаемых носителей и так далее. Но все равно находят, допустим, организации, в которых запрещено подключение флешки, но разрешено подключение медиаустройства. И, допустим, вы можете подключить свой телефон
И он будет у вас как медиаустройство, можете с него скидывать файлы. Или, допустим, раздавать интернет. Потому что он по факту не является флеш-накопителем. Мониторинг виртуальной инфраструктуры. Потому что сейчас все у нас как бы виртуальное, контейнеры, виртуальная машина. То есть это, за этим тоже надо следить. То есть откуда появилась, там, допустим, новая машина? Как появилась связанность между сетями? Там, допустим, если у вас какой-то там нормальный гипервизор. Вот. Также очень важно мониторить список с нулем программ и портовых программ. Потому что, например, установка Python, она не требует прав локального администратора. Он ставится в домашний каталог пользователя, и то есть, ты его как особо не запретишь, только путем добавления белых-черных списков. Также это трассировка маршрутов между сегментами сети. Потому что, как правило, администраторы добавляют маршруты, что-то меняется. Особенно вот на период пандемии там очень сильно менялась сеть для того, чтобы предоставить удаленный доступ там, к закрытым контурам и так далее. И после того, как удаленка у всех закончилась, надо все вернуть обратно. Но, как правило, не то, что правило, бывают такие компании, которые про это забывают и оставляют это на всякий случай, вдруг пригодится. Поэтому очень важно трассировать маршруты. Ну и, собственно, это введение документации. Например, введение принципов инфраструктуры SCOT, она как бы заранее убирает тему shadow IT, потому что вся инфраструктура, которая разворачивается, она уже описана в коде. И человек, который смотрит на код, он же понимает, что вот если это так описано, то оно значит так есть на практике. И если что-то происходит, допустим, изменение инфраструктуры, то переразворачивается либо измененная часть, либо вся инфраструктура в целом. И, в принципе, вы можете, контролируя просто версионность кода, отслеживать свои изменения. Собственно, это проведение пентестов, анализ защищенности, Red Team. Пентестеры вам всегда найдут и подсветят ваши Shadow IT, всегда найдут лазейки и как бы скажут, что не так, что нужно сделать. Дальше. Это мониторинг изменений и параметров сетевых адаптеров и их количестве. Потому что, допустим, подключение телефона подключение телефона по USB и раздача интернета через телефона, это тоже как бы можно следить. Занятие с пользователями администратора на тему цифровой гигиены. Потому что у нас часто бывает такое, что когда мы проводим там, оценку защищенности либо пентест, мы первое делом это ищем утечки информации, которые были. И там часто находим там всякие ВК, Баду, и пароли, которые до сих пор живые. То есть у нас было такое, что мы пришли в компанию с учеткой, которая уже являлась администратором домена. То есть до такого доходит. Развивайте компетенции сотрудников IT и IB, чтобы люди понимали, зачем они это делают и к чему они придут. То есть зачем вот закрывать широкосетевые протоколы. То есть айтишник смотрит, окей, работают, они никому не мешают. И обычно должен объяснить, да, что это, если ты это не закроешь, то будет вот это, вот это, вот это. И в итоге нас как бы ломают. Соблюдайте золотую середину при разработке политики безопасности организации. Потому что часто бывает такое, что безопасники говорят, все, это как бы не так нельзя, так не делаем, так работать не будет, это небезопасно. Администраторы смотрят и говорят, а как же нам тогда вообще работать? То есть мы не можем иначе. Поэтому как бы надо либо идти на уступки, либо разрабатывать такие решения, которые не вредят удобству администрирования. Потому что если это будет вредить администрированию, то администраторы найдут другие пути, о которых, собственно, вам не скажут. Ничто так не решает проблемы Shadow IT, как это общение и дружеские отношения между IT и IB. Потому что зачастую департамент IT ненавидит IB, департамент IB ненавидит IT. И они пытаются как-то там взаимодействовать обособленно друг от друга, но в итоге мы все одно дело делаем. И выстраивание отношений как-то решает эту проблему, потому что говорит, там айтишник подойдет, допустим, Серег, а что там сделать-то? Вот мы не можем вот работать, можете как-то снизить безопасники? Окей, давайте найдем другой способ. Хоп, находят другой способ, решают проблему. Если нет дружеских отношений, то это будет висеть в форме тикетов, и начинается вот эта бесконечная переписка, мы вот это можем, мы вот это не можем, и, допустим, создание учетной записи растягивается на полгода, хотя это дело 5 минут. Так же, как во внутренней сети, Shadow IT есть и во внешнем контуре. Как их находить? То есть есть решение класса ASM. ASM бывает как внешний, так и внутренний. Например, что он может делать? Он может искать доменные имена,
открытые порты, и все это делать в постоянном режиме. Таким образом, допустим, какой-то администратор по ошибке добавил новый домен. ASM осветил то, что добавили новый домен, проверьте легитимность. Или, допустим, вы вывели реально в 70% организаций OVA, от Exchange Outlook Application, выводится наружу с сертификатами из внутренней сети. Это работает, это окей, но это не есть хорошо, потому что раскрывается информация об внутреннем устройстве организации. ЯСМ решает эту проблему. Также эту проблему решает Vulnerability Management. Но тут возникает момент, как его вводить на внешку. То есть это надо Vulnerability Management, сам сканер вывести через одного провайдера, чтобы сканить свои внешние адреса на другом провайдере. Потому что если сканить изнутри внешние адреса, то там будет не совсем ясная картина. Дальше. Это мониторинг утечки информации. Потому что часто, очень часто бывает такое, что в сливах находятся валидные утечки, особенно в недавних. Получение информации о провайдерах от зарегистрированных доменов. То есть частично эту информацию закрывает ЯСМ, но также можно и самим администраторам смотреть, что там регистрируется, хотя бы за последнюю неделю, какие были добавлены новые домены по организации, либо нет. Введение документации и периодически ее актуализация. То есть нужно понимать, какой сервер стоит и зачем наружу. То есть есть ли у него вообще необходимость. Проведение пентестов, анализ защищенности и RTIM. Опять же повторюсь, пентестеры всегда найдут ваши ресурсы, о которых вы не знаете. Результат. Большинство причин появления Shadow IT можно решить легитимными средствами. То есть это без наказания айтишников, без увольнений и так далее. Внедрение принципов инфраструктуры как код заведомо решает эту проблему, потому что ваша инфраструктура она уже содержится в коде. Периодические оценки защищенности и пентесты вскрывают всю Shadow IT прямо как есть. Развитие компетенции, обмен опытом и совместное участие в киберучении помогают акцентировать внимание администраторов на проблемные моменты и, объяснить, почему это проблема. Теперь посмотрим на практике, что мы имеем. Допустим, это какая-то непонятная сеть, там Магнитка Экспо, не обращаем на нее внимания. Что мы посмотрели в этой сети? Сразу говорю, никаких активных действий не производилось. Был просто анализ широковещательного трафика и его структуризация. Например, мы просто включили респондер, посмотрели, что в принципе ходит по сети. Обнаружили, что много устройств, которые используют широковещательный протокол, на которые можно производить атаки. Первый момент. Это то, что мы в принципе видим других клиентов. Это то, что нет изоляции сети. Второй момент, то, что по сети гуляет широкочастный трафик. Что мы сделали? Мы взяли, перехватили хэши, которые там летят. Перехватили хэши, сбрутили пароль. Это все заняло 12 минут. У нас есть пароль от корпоративного аккаунта одного человека, можем заходить в почту, наверняка у него там лежит VPN, мы подключаемся к организации, добрый вечер. Второй момент, это у AnyDesk есть такая штука, что он может искать устройство в сети. Нам сейчас конкретно показало то, что есть такой вот товарищ, начинается на AN, в котором включен AnyDesk. В AnyDesk также можно к этому человеку подключиться, указав любое имя, фамилия. Мы сейчас ищем вот этого человека в списке участников, ищем кое в компанию, из коин компании, вводим там имя, фамилия генерального директора и подключаемся от его имени к этому хосту. Где-то процентов 30 того, что человек нажмет «да», подключиться. Мы уже подключаем к хосту и имеем доступ к правам этого человека. Это конкретно что касается Shadow IT, которое можно выявить везде. Андрей, извините, время уже. Да, на этом все. Точно, 20 минут. Спасибо. Как раз хотел сказать, было временами ощущение, что вы выступаете не от поставщика услуг, а от компании, которая сама защищается. То есть вы работали раньше безопасником в компаниях? Да, работал. Сразу это чувствуется. Хорошо, спасибо. И передаю слово Ивану Чувилину. Да, AirVision. Да, управление уязвимостью в инфраструктуре. Да, AirVision. Здравствуйте, друзья. Просыпаемся. Начнем я, пожалуй, с небольшой зарядки. Это очень важно. За окном прекрасная погода. Горнолыжный спуск.
настоечки наливает. А мы с вами здесь обсуждаем такие важные вопросы, как киберустойчивость, кибербезопасность. Я считаю, это заслуживает настоящих аплодисментов. Давайте друг другу поаплодируем. Это круто. Вот. Сегодня я расскажу кратко о том, не что такое киберустойчивость, оставлю терминологию и определение регуляторам и нашей дискуссии, которая продолжится. Я расскажу про то, как на прикладном уже уровне та самая киберустойчивость достигается на примере процесса управления уязвимостями и те проблемы решают, которые на данный момент с изменением парадигмы подходов ВБ появились. Что сейчас? Сейчас будут спойлер, будут такие понятные вещи, но это важно, чтобы понять, о чем будет речь дальше. Безусловно, прекрасно, что на данный момент сегодня бизнес, компании, регуляторы относятся к информационной безопасности как к ключевому, важнейшему сервису, службе компании. Выделяются бюджеты, формируются стратегии, это очень здорово. Второй классный момент, и отлично, что нет ни у кого сомнений, что инциденты будут, есть, и они никуда не денутся. Вопрос того, что с ними происходит с точки зрения реагирования, на что нужно реагировать, что нужно защищать, что критично и что является ключевым для организации. Третье – это то, что мы стали больше обращать внимание на дополнительный контекст. Не просто занимаемся задачами, сформированными там, системой или средством защиты, а обращаем внимание на контекст того, что же произошло. И, естественно, те средства защиты, на которые раньше полагались и планировали строить вокруг них безопасность, безотказную, которая непробиваемая, которая позволяет создать недоступность и защищенность, для всех уже понятно, что это не панацея, и этого невозможно создать. Нужны люди, процессы, технологии и правильные подходы. Но изменение этой парадигмы приводит к определенным не проблемам, а задачам и вопросам, с которыми сегодня мы работаем, и наши клиенты, с кем мы взаимодействуем, чаще всего сталкиваются. Это что нужно защищать? Инфраструктура растет, появляются новые сервисы, объединенные в различные гибридные системы. И как понять, что из этого важное, ключевое, какой сервер или ARM отвечает и относится к бизнес-системе, насколько она критична. Вот это тот контекст, которого часто не хватает для принятия решений. Что является из этого приоритетом, на что нужно обращать в первую очередь внимание и куда нужно копать и бежать, чтобы не произошло недопустимых событий, инцидентов, которые приведут к остановке тех или иных сервисов, ключевых для бизнеса. Где брать этот контекст и как его получить быстро и воспользоваться им правильно. Ну и, конечно, проблемы взаимодействия с департаментами, которых становится много, разные отделы, подразделы. И часто даже в компании, вот мы в последнее время практикуем такую вещь, собирать встречи внутри клиента не только с отделом информационной безопасности, но и привлекать туда IT на встречи с вендором, как с нами, как с вендором, с партнером, потому что зачастую IT является определенным барьером не только для нас, но и для службы информационной безопасности. Представление доступа, выделение ресурсов, в принципе, просто приоритизация работы. И это тоже одна из таких больших трудностей и проблем, с которыми сталкивается каждый из нас. Так вот, если говорить про эти проблемы в разрезе прикладном, а конкретной специфики, это процессы управления уязвимостями, я предлагаю взглянуть на то, как изначально менялись средства защиты, технические, разрабатываемые для решения этих задач, а затем посмотреть, как мы предлагаем, собственно, преодолеть эти барьеры и какую практику мы наработали и предлагаем нашим клиентам. Первое, самое первое поколение сканеров – это простые, достаточно, назовем это, примитивные системы, позволяющие провести аудит, получить некий список отчет с уязвимостями и в ручном режиме отработать его без какого-либо дополнительного контекста. Его, как правило, собирали вручную где-то из различных систем и с помощью коллег. Далее с цифровизацией, с ростом объема уязвимости, инцидентов, критичности и других задач появляется необходимость какой-то автоматизации. И сканеры, и вендоры добавляют в свои решения в связи с этой эволюцией, с появлением этих функциональных требований, определенные механизмы интеграции, автоматизации, добавляется расчет какого-то рейтинга дополнительного, появление дополнительного контекста в этом средстве защиты. И вот на текущий момент, по нашей оценке, и то, куда собственно, мы пришли и развиваем свое решение сканера уязвимостей и процесса уязвимостей, это уже полноценная автоматизация работы, это активоцентричность, смещение фокуса с какого-то конечного устройства или с уязвимости на систему, где она обнаружена. Я говорю не про там сервер, я говорю про ту информационную систему, которая объединяет в себе зачастую большое количество различных систем, сетевой инфраструктуры, людей, процессов.
Вот это те тренды, куда пришли некоторые из сканеров и куда пришли мы со своим решением. Собственно, на данный момент, на мой взгляд, и я думаю, многие со мной согласятся, сканер в отдельности, если он у вас есть, бесполезен. Его можно либо выбросить, либо положить на полку, чтобы он просто лежал рядом. Потому что без формирования вокруг этого процесса и механизмов, которые позволят эти процессы поддерживать, решение забирает огромное количество времени, а результат и эффективность минимальны. Поэтому на данный момент сканеры как класс решений – это скорее VM-решение, Vulnerability Management, управление циклом всего процесса, начиная от инвентаризации работы с активами, заканчивая контролем работы над устранением задач, приоритизацией этих уязвимостей и задач и взаимодействием с различными департаментами. Так вот, если возвращаться к тем проблемам, которые я изначально озвучил, что нужно защищать, как понять? Ну вот в нашей системе, и на наш взгляд, это наиболее оптимальный подход на данный момент, это реализация определенных интеграций. Интеграции с теми системами, которые уже обладают информацией об активах. Вот Андрей рассказывал про теневую инфраструктуру. Ведь множество сегментов и систем, они в принципе незамечены и остаются в тени. Как понять, где они есть и что они себя представляют? Достаточно ли просто просканировать с помощью сканера инфраструктуру? На мой взгляд, нет. Это есть системы и узлы, докуда вы просто не дотянетесь. Как это решить? С помощью интеграции. У IT-служб это CMDB-системы, это различные Active Directory и прочие каталоги, где есть данные и контекст об активах, об инфраструктуре, о процессах. Всю эту информацию, задача и наш подход, собрать всю эту информацию в одной системе и собрать из этого ресурсно-сервисную модель, где есть бизнес-процесс как основная часть и в нее входящие активы, которые выполняют, позволяют и поддерживают работу этого бизнес-процесса. Ну и в дальнейшем уже получается достаточно просто отслеживать состояние по тем инцидентам, которые там происходят, по уязвимостям, по их критичности. То есть задача номер один решается в принципе технически и организационно. Вторая задача – это приоритизация работы. Вот если говорить про уязвимости, какая методика оценки уязвимости может быть использована и используется чаще всего, то, что мы видим? Это акцент на CVSS-рейтинг, который публикуется вместе с уязвимостью. Насколько это бесполезно? Ну, это не бесполезно точно, но этого явно недостаточно для того, чтобы определить точно, а насколько эта уязвимость критична для вас и для вашей организации, для той системы, где она обнаружилась. И вот здесь одна из таких полезных вещей, которые в стек выпустил, это методика оценки уязвимостей. Она, по сути, представляет из себя формулу по расчету рейтинга уязвимости. Используется там как CVSS, так и доступность системы, так и критичность того актива, где это обнаружена уязвимость. И таким образом, за счет атрибутов дополнительных, вы реально оцениваете уязвимость для той системы, которой она обнаружена, и делаете приоритет в работе. Вот один из первых наших пилотов системы в прошлом году, которым мы провели инвентаризацию, настроили ресурсно-сервисную модель, запустили режим аудита, собрали определенную базу по уязвимостям по инфраструктуре и посмотрели статистику сравнения по CVSS-рейтингу и по расчету рейтинга модели заказчика, ну, который внес ее туда. Как видите, цифры сильно разнятся. То есть при обращении внимания на CVSS побежали бы устранять 76 критичных уязвимостей. Но по факту для этой организации большая часть уязвимостей является неприоритетными, информационными и некритичными. Это сокращает как ресурс компании на то, что они делают, так и увеличивает, сокращает время устранения уязвимости и позволяет избежать каких-то крупных инцидентов на ключевых системах организации. По поводу взаимодействия с IT, это, наверное, самая сложная штука. Технически это сложно преодолеть, потому что это решается больше процессно и за столом переговоров, создание каких-то единых процессов совместно с IT. Но вот с точки зрения техники тоже можно немножко поработать. Первое – это не просить какие-то постоянные данные обновления об инфраструктуре, а настроить интеграцию с системой, где эта информация обновляется в IT, получать ее автоматически. Большая часть систем на рынке в IT-сфере и УБ имеет интерфейсы взаимодействия, API и прочие, с помощью чего это можно делать. Второе – это взаимодействие уже по устранению уязвимости. Константин об этом тоже отмечал в своем рассказе.
Есть эти средства. Вы формируете за счет уже собранного контекста об активе, о его критичности, описании уязвимости, дополняете ее, возможно, там, информацией из BDO-стека или еще из каких-то других источников, и уже с тем контекстом, которого будет достаточно для IT-службы, автоматически формируете задачу. Это интеграция там, с сервис-деском или еще с чем-то. И уже у IT, а вот здесь важно договориться с ними, какой контекст им нужен, для того, чтобы они не задавали лишних вопросов и не отказывали там, в обновлении системы, потому что она не обновляется или еще что-то. То есть эти правила на берегу желательно обговорить и в дальнейшем уже передавать и настроить эту автоматизацию. Ну и третье – это контроль работы. Опять же, с помощью этих интеграций вы можете контролировать те задачи, которые были поставлены, их ход исполнения, историю изменения актива и понимать текущее состояние систем. Те проблемы, которые я озвучил, по сути, решаются, это далеко не все. Да? Я выделил определенные некоторые вещи, которых захотелось сделать акцент, и, может быть, мы об этом сейчас тоже поговорим. Но все эти вещи решаются, и решаются технологически и процессно. Главное — начинать это делать. И напоследок, мы, вендоры, партнеры, интеграторы, работаем с множеством заказчиков, с вами, с друг другом общаемся, и у нас есть большой багаж экспертизы. Не стесняйтесь, не бойтесь, никто из нас не кусается, мы готовы ей делиться, для этого можно просто общаться и задавать вопросы. Мы обязательно с этим поделимся, поэтому мы здесь для вас, работаем, стараемся, на благо нашей страны, ваших компаний. Ура! Спасибо! Спасибо, Иван. А вот вопрос, вот на мой взгляд, вот как бы в этой красивой картинке самый сложный – это приоритизация уязвимостей. Все-таки я не понял, у вас, как сказать, целевое, что можно этот процесс автоматизировать, как бы такой посыл? Да, конечно. Ну, для этого можно использовать и системы, и функционал, который у них есть. Но предварительно нужна будет полная картинка там, об инфраструктуре, ну, то есть этапы инвентаризации на основе атрибутов этих активов, критичности, рейтинга CVSS, доступности системы, уже определять и рассчитывать эту уязвимость, ну, ее рейтинг. Доступности в смысле для хакера, да? В этом плане, ну, доступности, да, из сети. Нет ли какого-то промежуточного шлюза или наложенных средств? Ну, тут, конечно, такую нужно огромную провести предварительную работу, которая, да, наверное, в итоге окупится. Сергей, вот мне показалось, что большая часть докладов сегодня, рассказов, она базировалась на одном из первых этапов, это как раз-таки инвентаризация инфраструктуры, понимание того, что нужно защищать. То есть в целом без этого любой процесс сложно построить. Поэтому, да, объем большой, но он полезен, в принципе, для всей работы. Нет, ну тут как бы все говорили правильные слова, да, только когда ты начинаешь это делать, это превращается в несколько бесконечную борьбу, когда ты срезаешь одну голову, появляется, так сказать, три новых. Ну, как бы да, вот этот вот цикл Деминга, все правильно. Хорошо, спасибо. И вот передаю слово Евгению. Вот. Давай, Женя, расскажи, как это он нам скажет, да. Вот вы тут все защищали, а я вам скажу, да, что вот придут хакеры, да, и вам все покажут про вашу защиту. У меня есть, знаете, революционное предложение. Вот до того, как мы зашли в этот зал, ну, мы как-то общались со всеми за кофейными столиками. И общались там совершенно не так, как говорим и делаем это, когда выходим на сцену. Давайте как будто бы разуемся, и вот дальнейший наш диалог построим из принципа того, что мы стоим за кофейным столиком. Потому что я четко чувствую о том, что много кому есть чего сказать, и это не говорится, и это странно. Мне кажется, где-то за формой теряется суть. Это первое. Второе, вы знаете, ну, я сейчас даже буду говорить не как сотрудник ПТ. Для меня вопрос киберустойчивости, как ее проверять, ну, он в каком-то смысле даже личный характер носит. Я очень много времени посвятил и разговаривал со своим папой, он военный ученый и даже узнавал, как это у военных. И, ну, не в обиду никому из здесь сидящих, знаете, я не нашел ответа на этот вопрос в предыдущих докладах. И думаю, не потому, что доклады какие-то не такие, и мой будет тоже не такой. Я думаю, у нас как у индустрии, по-честному, нет ответа на этот вопрос. Я сейчас чуть-чуть порассуждаю, вы, наверное, поймете логику моего рассуждения, но я вот всех, кто здесь сидит, призываю сразу взять микрофоны и, ну, как будто бы меня не слушать, а давайте начнем дискуссию с моего доклада, и там, где кому есть что сказать, я буду отчаянно приветствовать в открытый диалог. Ну и, кстати, с залом все то же самое. Во-первых, про вероятность.
Сегодня несколько раз звучала тематика того, а давайте мы попробуем оценить, с какой вероятностью мы окажемся под атакой, а с какой вероятностью нам будет нанесен тот или иной ущерб. Вот мое мнение, что в истории с киберустойчивостью нет никаких вероятностей. Давайте представим себе компанию А. И как она может влиять на то, что она станет объектом внимания хакеров или не станет? Ну, не может. Завтра выходит какой-нибудь ее представитель или там чиновник в какой-нибудь стране, говорит что-то не то, хакеры обижаются, начинают атаковать. С этим ты ничего не можешь поделать. Ты стал объектом внимания хакера. А дальше, когда ты уже объект внимания хакера, и ты находишься под атакой, какая вероятность того, что ты ее отразишь? Но там нет процентов, понимаете? Ты либо отразил, либо нет. И это твоя, ну хотите резистентность, хотите киберустойчивость. Это действительно, я соглашусь с определением Александра, что это, ну, возможность осуществлять операционную деятельность, находясь под атакой. По сути, дело так, чтобы неприемлемый ущерб для тебя был невозможен. И в такой картине мира выходит, что все разговоры про оценку рисков, вероятностный ущерб, стоимость мер митигации, они как-то ну, новыми красками начинают играть. А теперь давайте представим ситуацию, когда мы действительно хотим оценить нашу киберустойчивость. И как все спикеры сказали, это было в докладах у всех, да, как будто бы самый очевидный вариант – это позвать хакеров и показать, а вообще можно что-то в нашей организации сделать или нет. Но вот есть нюанс. Вот мы позвали хакеров в моменте. Замечу. Эти хакеры, они выспались? А если они выспались, то они точно прям хорошие, квалифицированные? А если они прям и хорошие, и квалифицированные, они прям свой инструментарий весь заюзали или нет? А даже если весь, то может быть у кого-то есть где-то Zero Day, а он его не хочет палить, потому что он дорогой. И получается, с одной стороны, ты получаешь оценку в моменте, так еще и с большой долей вероятности вообще не объективную. Потому что если завтра... Ни в чем себе не отказывай. Да, у меня вот есть вопрос. Почему это в моменте, если, допустим, у вас 10 лямов стоит да, на перевод денег со счета на счет компании, и это находится на баг-баунти уже в районе года? Это же не в моменте, это в течение года уже идет. Да-да, я не дошел до этого. Я говорю, вот просто позвать пентестер. Не в смысле выйти на баг-баунти 365. Он, видишь, у меня там внизу есть. Я сейчас дойду до этого. И получается, что ты, ну, у тебя оценка в моменте, и может быть даже еще не от квалифицированной команды. А если завтра, да просто все здесь присутствующие представители компании захотят себе сделать квалифицированный пентест, хакеры закончатся. Ну, их просто столько нет. Давайте представим себе другой вариант. Вот там сегодня упоминались NIST, стандарт был, что-то еще, Саш, как он назывался? Риск чего-то там. Резилиенс чего? Cyber Resilience Review – это не стовый документ, а там еще от семантика был, который точно. Киберустойчивость меряет. Спасибо большое. И вот мы берем эти документы, и там же прям, ну, как бы тебе ключ на 16 и гайки, которые им надо крутить. Вот мы взяли в инфраструктуре и выполнили все рекомендации по безопасности во всех наших, во всем нашем environment. Работать стало невозможно, но гайки мы закрутили со страшной силой. И такие, ну мы киберустойчивые. А потом мы зовем хакеров, и приходят чуваки, которые выспались, квалифицированные, с инструментарием, еще и Zero Day спалили. И сломали нас. И получается, блин, опять необъективно. И я по-честному не знаю ответ на вопрос. Можно дополню? Конечно. Вот смотри, там и у меня в критериях, и вот в этих документах там был вопрос мониторинга и реагирования как основных... скажем, элементов киберустойчивости. Ну вот, да, мы там по комплайенсу все сделали, но когда пришли выспавшиеся хакеры и начали искать, ну, даже с Zero Day, все равно предварительные их этапы разведки, попыток тот же Zero Day заточить под эту инфраструктуру, ну, при мониторинге, в общем-то, должны выявить. Смотря по какому мониторинге, понимаешь, вот у тебя есть CEM, в него летят все события с твоей инфраструктуры, даже если ты корректно настроил там SysMon и Audit Day и все, что тебе должны дать сенсоры, все, что тебе нужно для сенсоров. А у тебя точно есть та детектирующая логика, те правила корреляции,
который тебе позволит актуальный инструментарий хакера. Это не факт, конечно, не факт. Вот, поэтому... вот базовые вещи, когда начинается разведка, да, ну, активность, вот этот всплеск интереса к определенным системам, ну, должны они показывать. Ты прав. Когда я говорю квалифицированный хакер из Zero Day, я говорю про тех чуваков, которые просто так ты не задетектишь. И я думаю, ну, да, поговори чуть-чуть. Не вопрос задать. Ты просто знаешь этих хакеров, да? Про другое, слушай, ты мне задавал вопрос во время моего доклада, я тебе хочу что такое лаверды, да, вернуть. Что такое 5? Да, ну вот один из критериев у нас пятерки – это невозможность нанести компании существенный ущерб при наличии у тебя Zero Day. Я ответил. Да, вот это супер. Я продолжу эту мысль про гайки хакеров. В целом, ну, мы, правда, находимся в такой ситуации, что если у нас все компании в стране вдруг задумают сделать себе квалифицированный пентест, мы не справимся. А что, если вам скажу, что в целом можно сделать hackerless пентест по правилу Парето 80 на 20? Ну, то есть, если я прищурюсь, сейчас условности, да, практически в любой инфраструктуре, я, наверное, смогу сказать, ну, можно или нельзя нанести вам неприемлемый ущерб, и даже, наверное, за какое время. Сейчас поясню свою логику. Вот, ну, у хакеров есть этап развития атаки. Да? Сначала ему надо попасть в инфраструктуру, так называемый initial access. В целом, если у вас есть RCE уязвимость на периметре, ну, это время стремится к нулю. Если у вас, например, нет второго фактора, но уже упомянутый OVI сегодня, рано или поздно у меня будет доменная учетка. И с ней я авторизуюсь на каком-нибудь RA-сервере, ну и дальше буду развивать атаку. Дальше, если я как-то уже попал в инфраструктуру, и вдруг неожиданно, ну, допустим, в DMZ-сегменте я вижу трафик доменный, LDAP. Ну, не пройдет и там пары часов, как я точно изменю свое местоположение, потому что знаю как. А дальше, если, ну, я попал в нужный сегмент, и, ну, почему-то у вас есть какие-нибудь legacy-протоколы древние, в которых бегают древние, там, не знаю, NTLM-хэш первой версии, который можно сбрутить на телефоне за минуты, может быть, уже и секунды, я даже не знаю, то мне рано или поздно будет учетка. И все, что мне останется, это разобраться в той целевой системе, скомпрометировав которую, я нанесу неприемлемый ущерб. И для каждого из шагов, которые я назвал, в принципе, есть десятки техник и тактик, и квалификация, чтобы их проделать внутри инфраструктуры. И я, в общем-то, могу сказать, что практически для любой инфраструктуры мы теоретически это время можем посчитать. Сколько от периметра до целевой системы в теории бы заняло, если у вас есть вот такие-то, ну, назовем это, мисконфигурации. Это я все к чему говорю? О том, что в целом, наверное, звать хакеров и очень квалифицировать нужно после того, как ты, в общем-то, ну, все поделал у себя в инфраструктуре. А когда ты у себя в инфраструктуре все поделал, хакеров разочек позвал, то было бы неплохо получить непрерывную оценку твоей киберустойчивости. И хоть мы и говорили, что это не площадка для рекламы, вот, но я просто отчаянно всех призываю, да, задуматься над этим. Вот, Позитив, он объявил на свою продакшн-инфраструктуру баг баунти. По сути, сказал всем тем, кто зарегистрировался на определенной платформе, вы можете ломать Позитив и получить вознаграждение, если у вас получится показать нам, как украсть бабки или залить бэкдор в исходный код наших продуктов. Ну, бабок мы в этом году подняли, 60 миллионов хакерам платим. Пока не получается. И это дает некоторую мне веру и надежду, что в целом Позитив киберустойчив. Было бы странно утверждать обратное. Вот. Но пока этот пример, ну, скорее выбивающийся из общего тренда, и хакерам не очень интересно ломать Позитив, потому что мы, по-честному, дофигища гаек закрутили. Вот. Еще у нас там армия людей смотрит в наши сенсоры. И, ну, в целом это близко к невозможной задаче. Но когда на этой площадке появятся десятки и сотни компаний, мы нарастим и экспертизу с точки зрения понимания того, как наши инфраструктуры могут ломать и наносить неприемлемый ущерб не только в масштабах компаний, но и индустрии целиком, в смысле индустрии, отрасли, а может быть в последующем и государства. Да? Но мы вырастим тех самых хакеров с высокой квалификацией, которые позволят нам в масштабах страны добиваться качественно других результатов. Да, Сергей, вот прям вот не могу, да, удержаться на этой фразе. Мы вырастим армию хакеров. Да? Вот вы не ощущаете риск, что вот эти неорганизованные хакеры, которые там, ну, не работают там, условно, там, Red Team, там, ВТБ или там, Позитив, что они вот свои отточенные навыки потом используют уже по заказу там некого вероятного противника?
Я не знаю, площадка ли это для таких размышлений или нет, но мы договорились за кофейным столиком, значит, для кофейного столика. Вот, ну, всем известно события, про которые сегодня говорили, они происходят и в киберпространстве. Идет кибервойна. И в этой кибервойне почему-то существует паритет. Не с той стороны, ну, по-настоящему не взялись ребята, не с нашей стороны. Почему я могу так с уверенностью заявлять? Потому что в реальности в Российской Федерации ни одного недопустимого события не произошло. А мы 2 года находимся в этой ситуации. Вот. И это также мне дает надежду на то, что, ну, те ребята, которые не блэчат, они, ну, в смысле, которые в белых шляпах, да, они не блэчат и не будут. И правда в том, что мы не можем, ну, не знаю, сделать авторизацию на платформах Bugbounty через госуслуги, да, ну, иначе получится фан-айди, и там с трибуны уйдет болельщик. И то же самое государство в отношении этих людей, оно должно заставлять и мотивировать их быть по-настоящему белыми, потому что сейчас это не так. Эта деятельность, ну, она полулегальная. Мы очень много талантливых ребятишек, которым помогли бы нам построить безопасность, просто потеряли, они боятся действовать в текущем правовом поле. И вот, ну, эти дискуссии уже ведутся, формируется там новый проект закона, который их обелит. Жень, а еще формируется проект закона, которым предусмотрена уголовная ответственность за деятельность по мониторингу информационной безопасности и анализу защищенности применительно к чужим персональным данным. Законопроект прошел первое чтение. К нему сейчас идет обработка замечаний. И, коллеги, я призываю вас обратить внимание, что это может поставить под угрозу нашу с вами работу по антифроду, по пентесту, по работе СОКа и так далее. Поэтому прошу, у кого есть такие же опасения, как вот у меня лично. И не без различия. Плюс один. И обращу внимание, что наказание предусмотрено в Уголовный кодекс для физических лиц, то есть для, по сути, работников, да, наших сотрудников, которые выполняют эти работы, то, пожалуйста, примите участие в направлении замечаний к этому законопроекту. Ссылку готов дать за кофейным столиком. Ну, ценное замечание. Да. Ну, у нас была 272-я статья, она всегда была. Так, извините. Пришлю организаторам. Ну да, со стороны организаторов, давайте проконтролирую. Сейчас я хотел сказать, что 272-я она уже давно была, и вообще говоря, легальность, она была под вопросом этой деятельности всегда. Но сейчас, конечно, риски растут, потому что и, как бы, и санкции увеличиваются, и обстановка такая напряженная, и те моменты, которые там в силу здравого смысла или там руки не доходили, не работают. То есть здесь, в общем-то, так сказать, действительно нам нужно подумать, как нам вот с точки зрения нормативной легализовать эту деятельность. То есть я согласен, это вот сейчас актуальный серьезный вопрос. Андрей Петрович, вы хотели? Знаете, коллеги, я хотел бы добавить, что вот у меня, когда я в Центральном банке работал, были прекрасные учителя, мои начальники, они были из военной контрразведки. И меня воспитывали некоторыми, так сказать, такими фразами, которые оттуда, на самом деле, приходили, очень правильные. И они мне говорили так: Андрей, шпионами не рождаются, шпионами становятся. И вчерашний человек, белый хакер, сегодня после обеда может стать поганцем, понимаете? И вот этот вот момент, это надо учитывать, и этот момент вы не заметите, и инструментальные, и всякие правовые механизмы, которые мы работаем для того, чтобы парировать этот риск, эту угрозу, могут быть неэффективными. Вспомните вчерашние презентации, которые здесь были, сколько уголовных дел возбуждено по 274 статье, точка 1, да? Сколько там, порядка там 360, по-моему, сколько на самом деле судебных решений вынесено по этому вопросу? Одно. Посчитайте, пожалуйста, коэффициент реализации вот этого механизма защиты. Он крайне неэффективный. Поэтому тут вот, значит, ну, будущее, во-первых, покажет, конечно, это раз. Во-вторых, что еще меня немножко смущает, но у нас столько объектов в Киеве, в стране, порядка 500 тысяч, да? Где мы наберем столько хакеров, чтобы, так сказать, бэкбаунти в непрерывном режиме 365 дней, так сказать, это все тестировать? А потом, это второй вопрос, третий вопрос, а как интерпретировать результаты? Я согласен, знаете, вот когда инструментальная оценка проводится, выявляется уязвимость, сразу начинает работать служба безопасности, и она начинает устранять эти уязвимости. Это правильно и нужно. Но интерпретировать выводы о состоянии системы, ну, это невозможно просто, пока, во всяком случае. Или непонятно как. Можно вам парирую?
если объекты Ки выведут на баг-баунти, то скорее не хакеры закончатся, а деньги у Ки закончатся на выплаты. Это точно, если мы захотим за кредит платить не там 5 тысяч рублей, а миллион. Ребят, я понимаю, мы все, ну, как сказать, мы все отрабатываем новые задачи, мы их ищем, мы их решаем, мы очень много души вкладываем в эти задачи и стараемся, чтобы они реализовались. Будущее выравнивает, посмотрим, что будет, да, посмотрим. Ну, дай бог, потому что речь идет о другом. Речь, я почему в своем выступлении и пытался сказать, что, коллеги, интерпретировать результаты любой оценки в оценку состояния уровня защищенности организации крайне сложно. Это вопрос квалификации. Крайне, если да. у нас ну, работают такие, еще, которые не умеют интерпретировать оценки, еще, ну, давайте с этим что-то делать. И все говорят примерно об одном и том же. И, по всей видимости, нам нужно сесть договориться, как это сделать. Да? Это можно. Это видно, что это можно делать. Но это вот предмет будущей работы, наверное. Ну, вот спасибо. Тут я не выдержу и скажу. Смотрите, я немножко, ну, точнее, я немножко из ИБМ мира и немножко из IT. И, знаете, я ну, очень сильно уважаю айтишников за то, что они делают. Делают лучшие банковские приложения, делают лучшие госуслуги. И, черт подери, они не ждут какого-то регулятора, который им скажет, как должен выглядеть это банковское приложение. Но только безопасники почему-то все время что-то ждут. Выпустил закон, я ничего не буду делать, пока не выйдут методические рекомендации. Какие рекомендации? Ты просто можешь сделать безопаснее или нет? Для меня вот так вопрос стоит. Спасибо. Евгений, прошу прощения, я тут, Стецевич Валерий, Селегдар. Хотел сказать, ну, во-первых, да, очень много моментов, которые сейчас обсуждаются, они носят исключительно вероятностную характеристику, то есть произойдет, не произойдет, будет, не будет, сделается, не сделается. И даже вот сейчас последняя реплика по поводу безопасников, да, как вы же понимаете, что любое внедрение, которое мы хотим внедрять, ну, я как безопасник говорю, да, оно требует либо денег, либо действительно управленческого решения. И мы смотрим, исходя из вероятностных характеристик, а не закрутим ли мы гайки внедрением того или иного, как бы там решение, в том числе в стек или какого-нибудь регулятора, для того, чтобы потом парализовать работу. То есть как деятельность безопасника, на мой взгляд, и коллеги, наверное, согласятся, это как копание иголкой в глазу, да, то есть как бы главное, чтобы ничего не нарушить. Потому что всегда идет противостояние с информационными технологиями и с чем-то. И вот даже те вещи, которые вы говорили, я извиняюсь, коллеги, там, я, может быть, несколько докладов не дослушал, но тем не менее, мы не говорим вероятность характеристику того, что, а если хакер, с которым мы работаем, оказывается внутренним нарушителем, внутренним пользователем. Вот сейчас Андрей Петрович сказал примерно об этом, да? Но хакер же может быть и у нас. И он тоже может сидеть, и мы не знаем. И вот я как безопасник должен выстраивать политики и шаблоны поведения под него или под нормального человека? Или и под того, бухгалтера. И под другого. А? И под того, и под другого. Это кардинально разные вещи, несущие абсолютно разные вероятностные характеристики. Безусловно, просто я про вторых пока не говорил. Можем уйти в этот диалог. Ну, это вопрос модели нарушителя, которую мы принимаем. Да. Да. Можно я тоже комментарий дам? У вас, если у вас будет внешний нарушитель, он рано или поздно превратится во внутреннего после того, как он преодолеет... Через 30 минут в среднем он превратится во внутреннего. Через 30 минут. Но если наша периметровая система безопасности работает плохо, а если у нас хорошо работает периметровая, и мы исключаем попадание без сока, то есть, ну, понимаешь, что там вряд ли там в 4 часа утра сок мне не сможет дозвониться в тот момент, когда у меня там будет кто-то уже простучался там и так далее. Там. Ну. А вы проверяли? Это так? Вот время проникновения в инфраструктуру позитива 30 минут. И я знаю как. И все наши хакеры знают как. И мы с этим живем и миримся. Потому что это действительно влияет на бизнес-процессы и на то, как функционирует компания. Если мы сейчас эту гайку закрутим, мы все будем страдать еще больше. Поэтому да, мы просто берем это во внимание. Но проникнув в инфру позитив, он дальше ничего не сделает. Ну, тем более, ну, в том числе мы тоже так считаем. Мы тоже так считаем. Почему мы не можем считать так же, как и вы? Можете, конечно. Я всех к этому и призываю. Я вообще не считаю ситуацию, в смысле, я не представляю себе вселенную, которая хоть сколько бы была бы близка к нашей, в которой ситуация или компания, которую невозможно взломать. Это бред. Нет, это невероятность. Это ноль или единица. Всех можно взломать. Жень, вопрос затрат, коллеги. Ну тут, я думаю, понятно. Вероятность – это когда мы предполагаем, что не захотят. С определенной вероятностью могут захотеть взломать, а могут нет. Поэтому да, вероятность присутствует в том плане, что как бы, как тот неуловимый Джойс, он никому не нужен, его прекрасно как бы не ловят. Но если как бы цель поставлена и ресурсы выделены, то тут, наверное, бесспорно. Смотрите, коллеги, я вот… Вот как раз потянулся Константин к микрофону. Вот Константину вопрос, вот как с нашей стороны, вот мы про баг-баунти рассуждаем так теоретически, да, а вот есть конкретный там руководитель из там уважаемого банка, да. Вот
у вас, да, баг-баунти, спланируете ли вы выход вот, для банка или для дочерних зависимых компаний на эту площадку, может быть, будете рекомендовать? Вот ваше мнение. Если нет, то почему? Здорово отвечать на этот вопрос таким слайдом за спиной. Я специально включил. Еще один слайд есть. Тут на самом деле вопрос непростой. Собственно, что такое у нас баг баунти? Вот только что звучал вопрос, и фактически там ответ заключается в ресурсах, в мотивации. А это все правильно. Время, деньги, желания, да, это все разные факторы. Здесь тоже надо понимать, как бы, с какой мотивацией идти в эту задачу. Наверное, надо сначала посмотреть на зрелость процесса. И для вас не секрет, что, конечно, сначала все начинается с настройки, потом это анализ защищенности, потом это пентест, потом это Red Team. Дальше логичным развитием выглядит баг баунти. Коллега чуть ранее в докладе подробно рассказал про методологию, соответственно, поэтапную, чем одно от другого отличается. Я сейчас могу говорить за наше дочернее общество, и мы, конечно, всеми силами стремимся к тому, чтобы достичь вот этой вот правой части, для меня правой, для вас левой. Да? Ну, это потому что мы лицом к лицу. Ты на выход показываешь. Когда мы будем стремиться к тому, чтобы ресурсы наших дочерних обществ были выставлены на баг-баунти, потому что считаем это эффективным инструментом постоянного контроля защищенности. Но для того, чтобы дойти до этого шага, нужно сначала пройти предыдущие, да, последовательно, шаг за шажком. Потому что если скакать через ступеньку, можно поскользнуться, упасть, очнуться, а там гипс. Ну, мы все знаем. Хорошо, да. Спасибо. Ну, я вот добавлю еще такой момент. Вот с точки зрения безопасника, конечно, есть такое внутреннее, может быть, препятствие, потому что безопасник, он хочет все контролировать вот своей. А тут мы не просто заказываем пентест какой-то компании, которая связана с… Вот мы их знаем, там договорные отношения, а мы вот широкому кругу выставляем и не знаем, да, что будет. Вот какое-то немножко неуютное ощущение. Хотя, в общем-то, таких, наверное, аргументов однозначных против у меня тоже нет. А можно вопрос? Я вот очень… Наверное, не только мне интересно, Жень, можешь на пальцах и вот еще аудитории сказать, какие типы сервисов можно вынести на баг-баунти? Ну, я вообще говорил про два типа баг-баунти. С одной стороны, мы можем сказать, а давайте наши приложения, которые пользуются большой популярностью, не знаю, там Тинькофф, ВКонтакте, там Одноклассники, выведем на платформу баг-баунти и позовем всех исследователей, не только хакеры, всех исследователей, которые будут вставлять кавычки и дефисы, да, и показывать нам, какие уязвимости в нашем софте могут быть и к чему они приведут, и за это платить им бабки. И в целом получается полностью безопасная история. Ты берешь копию своего приложения, разворачиваешь на баг-баунти. Вот. Полезная эта история? Конечно, полезная. Но я говорю про другой баг-баунти. Я говорю, что ты говоришь, у меня в компании есть такие-то виды неприемлемого ущерба. Ну давайте, например, позитиву, просто самое простое. Мы говорим, если у нас украдут бабки в объеме 1 000 000 000 рублей единовременно, ну ладно, это мы говорили про миллиард, когда были бедные компании, сейчас мы чуть побогаче. Вот. Или, например, если хакер зальет в исходный код наших продуктов бэкдор, а мы разошлем его с апдейтами нашим клиентам, ну, позитив может закрываться точно, это будет такой имиджевый трешак, и регуляторы нас порвут просто как тузик-горелку. Так вот, мы говорим, по сути, вот инфраструктура позитива, вот ее периметр, вот платформа, через которую ты регистрируешься, и можешь использовать все доступные тебе способы, как и, по сути, у черного хакера. Ты атакуешь продакшн позитива. И я про этот баг-баунти. Коллеги, ну, я предлагаю вот… Еще одну темку еще про баг-баунти. Ну, давайте, последняя реплика про баг-баунти. Тут, значит, речь идет о чем, если так немножко абстрагироваться от конкретных методологий проверки. Да, речь идет о том, о сохранении уровня защищенности в течение вот непрерывного времени, да, не от проверки к проверке, когда он бывает там 3 года, год, там реже, может, чаще и так далее, да, вот мы как бы дискретное дело проверяем, да, и какое-то получаем знание, причем оно не очень понятное, а как бы непрерывно понимать, в чем дело. Значит, ну, тут возникает вопрос следующий: а не задумались ли мы над сохранением свойств безопасности, вернее так, над сохранением тех факторов, которые негативно влияют на сохранение своей безопасности в течение вот этого вот периода межпроверочного. Ну, например,
Работали, проверили, настроили, провели бэкбаунти. Вопросов нет, все хорошо. Да? Через полгода, вот когда надо, когда может обвалиться безопасность и по каким причинам? Если причины выявить и контролировать, она не обвалится. Вот одна из них прямо сразу – кадровые проблемы. Да? Поувольнялись там администраторы системные, уволился начальник безопасности, или там сменился собственник, а как обычно собственник приходит и говорит, там всех закопать, как, кстати, Хаммурапи делал, да? Или лев в прайде своем. Посадить новых, безопасность вообще ни в каком состоянии, падает куда-то туда, и все начинается по новой. Вот это опасно. Значит, надо контролировать этот вопрос. Если мы контролируем, мы говорим, так, кадровая политика устойчивая, движение кадров так, ну, или поток этот, значит, он небольшой, финансирование нормальное, вовремя обеспечивается, реализуются проекты, вроде бы там и ничего. И тогда мы ответ можем получить, вот сами, который мы сами себе ставим. Вроде бы нормально. Вот давайте в этом направлении тоже посмотрим. Спасибо. Коллеги, ну, смотрите, про баг-баунти. Наверное, я еще хотел бы немножко на свой вопрос ответить. Да? Насчет того, что с одной стороны, мы, конечно, ну, расширяя баг-баунти и платформы, соответственно, выплачивая деньги, мы будем воспитывать, как говорится, и наращивать это количество этих хакеров. Вот. А с другой стороны, мы их будем и переманивать с темной стороны, потому что многие люди все равно этим занимаются, и они находятся вот в таком пограничном состоянии. И, может быть, вот работая с ними, мы, так сказать, как бы будущего преступника, вот все-таки вот его навыки, так сказать, вот направим в том направлении, так сказать, в полезном. И в этом плане нужно, ну, наверное, много работать. И вот эта часть, которая, ну, в том числе и позитив идет по созданию площадки и регулированию этих вопросов, он очень важен. И когда это будет прозрачно и понятно для заказчиков, то они будут и выходить на эти площадки, и это будет способствовать, в общем-то, росту киберзащищенности. Коллеги, ну мы там немножко минут на 10 позже начали. Разрешите, я прокомментирую вот к вашим словам. Да. Коллеги, я просто по жизни стараюсь руководствоваться подходом критикуя, предлагая, и тут невозможно не поддержать ваши слова, что надо переманивать с темной стороны на белую, хакеров превращать в пентестеров. И к моим словам про тот законопроект, о котором я говорил, мы дали через одно из ассоциаций предложение вывести из-под действия этих поправок деятельность, выполняемую специалистами организаций, имеющих лицензию на ТЗКИ. Хочешь заниматься хакингом? Пожалуйста, будь белым пентестером в компании с лицензией. Занимаешься нарушением законодательства Российской Федерации в нелицензируемой деятельности, ты черный хакер. Кость, мне кажется, ответ сильно проще. Но вот когда на баг-баунти будет 100 компаний, готовых платить 1 000 000 рублей там, за криту уязвимость или за там, НС-ку, то у хакера будет возможность заработать на BMW за выходные. Но они точно все свалят с черной стороны. Ну точно. Или так? Да. Коллеги, смотрите, у нас время уже истекло, но вот я попрошу организаторов еще буквально 5-10 минут, мы позже начали, и хотел бы просто еще одну тему затронуть, которая у нас в программе, это программа киберучений. Потому что вот как раз многие наши доклады, вот то, что Евгений говорил, что взломают, если захотят, любого, да, и вот то, что Андрей рассказывал, так сказать, про нашу теневую инфраструктуру и как там, так сказать, сколько там с ней не бороться, так сказать, все равно там какие-то дыры, так сказать, периодически появляются. Вот. И организация, она должна быть готова работать в условиях инцидента. То есть эффективно не просто выявлять, так сказать, атаки, да, хотя это сложно, да, но и если это произошло, если произошли какие-то инциденты, связанные с блокировкой доступа и там всякие другие неприятности, то нужно тренироваться и работать в этих условиях. И, наверное, вот я снова тогда Константину первому дам слово. Вот у вас для дочерних компаний проводятся киберучения и в банке, и в какой форме? Да, у нас проводятся регулярные киберучения для наших дочерних и зависимых компаний. Давайте я приведу пример последнего кейса. Мы провели фишинговую рассылку для сотрудников ряда компаний, кто имел неосторожность опубличить свои корпоративные адреса. Ну, это вот у нас в одном из докладов было использование корпоративных почтовых адресов для регистрации на сервисах в личных целях. Ну, потом это все в утечках вместе с паролями. Да, и хорошо, если пароли разные там и у вас в инфраструктуре. Ну, вы же проверяете, да? Наверняка, правда, да? Да? Надеюсь. Вот.
соответственно, мы провели фишинговую рассылку с почтового домена, очень похожего на наш. Ну, дальше, соответственно, смотрим. Как бы. Кто-то прошел по фишинговым ссылкам, ну, понятно, это бывает. Да? Ну, со временем научится этого не делать. Кто-то отследил, что идет фишинговая атака и, соответственно, пресек ее, но ничего нам не сказал. А то, что используется фишинговая атака с адресов, похожих на наши, ну, это типа сами, главная организация сама справится. Окей. Кто-то нам сообщил: ребята, смотрите, у нас вот фишинг под вас маскируется, а я караул. По первому такому обращению мы, естественно, а мы себя тоже тренируем, мы обратились, соответственно, по запустили механизм блокировки, разделегирования этого домена, и его, соответственно, ну, там, значит, частики пошли тикать, пока его, соответственно, уничтожат. Вот, уже второе обращение приходит, но мы уже второй раз не обращаемся, ясное дело. Вот, все хорошо. То есть мы проверили дочки, мы проверили себя, проверили механизм. Одна проблема. Из наших дочерних обществ ни один безопасник не написал на тот контакт, на который нужно было обращаться. Написали мне в почту. Ну хорошо, я не в отпуске был в этот день. Вот, то есть все... ну, и тут, тоже да. Есть что улучшить. Ну, я да. То есть я вот как очень у себя полезно. Говорю, что вот любой, вот все эти обучения внутренние, первое, что должен запомнить любой работник, это куда обращаться, если что-то непонятное. Вот этот адрес, он должен, разбуди его, он должен сказать, а не звонить там знакомым коллеге в безопасности, спрашивать, а вот у меня тут что-то и так далее. Знакомая, в общем, ситуация. Вот я еще Александру обещал дать слово по поводу киберучений. Александр. Да. Ну, тут, опять же, вот под этим термином, наверное, понимают многие диапазон работ, которые проводятся. Вот то, что Константин сейчас привел, пример. Ну, там, у нас это входит в социальную инженерию, которая в рамках пинтеста проводится. То есть это тоже можно назвать, ну, как киберучениями, да. А, скажем, для нас это больше ассоциация с работой на полигоне, с тренировкой специалистов центров мониторинга на выявление признаков компьютерной атаки и на реагирование. То есть вот именно вот эта техническая работа и обмен информацией между подразделениями. Ну, да. Ну, я бы вот разделил, да, вот есть там киберучения, связанные с моделированием атак, ну, вот типа там на фишинг мы проверяем персонал, есть киберучения для персонала, ну, например, для персонала СОК, да, вот проводить их, как бы тренировку их навыков на какой-то площадке. И еще все-таки важный момент – это киберучения с бизнесом. То есть если у нас создается критическая ситуация, как банк в целом будет ее решать и взаимодействовать? То есть нужно быстро и оперативно принимать решение, которое не может принять отдельно безопасность. Вот. И даже безопасность вместе с IT. Да? То есть многие решения там, по прекращению, допустим, обслуживания каких-то клиентов, прекращению каких-то услуг нужно принимать совместно с бизнесом. И вот такие киберучения… Вот с нашей точки зрения это тоже необходимый элемент обеспечения киберустойчивости. Вот, Евгений, можно дать чуть-чуть скажу? В действительности это так, и есть практика во многих компаниях. Момент, в который ты не можешь принять решение на уровне безопасности, собирается некоторый кризисный комитет, да, куда входит там, часто член правления, гендир там, ну, или владельцы конкретных бизнес-функций, которые могут подвергнуться вмешательству хакера. Так вот, в этот момент, знаете, не происходит никаких дискуссий, я проводил парочку просто таких учений у наших клиентов, не происходит никаких дискуссий, а как мы будем реагировать, а вот там, не знаю, отработает у нас EDR или Sandbox. Там разговоры следующего порядка. Если ВПО дропнулось, ну, в смысле, вирус или там шифрование, или еще что-то дропнулось в корпоративную сеть, мы нашу core-сеть отключаем. Или если мы видим там такие признаки, мы вырубаем интернет. И таких сценариев, ну, единицы, понятно, да, потому что они ведут к неприемлемому ущербу, но в этот момент нет времени разбираться. Давайте мы сначала сделаем это невозможным, а потом разберемся. Ну, а в будущем просто этого не допустим. Хорошо. Ну, Андрей Петрович, последнее вы хотели сказать тоже про киберучение, или мы уже все сказали? Да. Я хочу сказать, что повторение мать учения. Учения, киберучения должны проходить регулярно, да? Первое. Только тогда будет результат. Только тогда люди, есть такая, вот, такое понятие, разрушительный процесс времени. Разрушительный процесс времени разрушает все. Мы забываем, инструкции теряем, люди уходят, меняются. Поэтому процесс должен быть постоянен и планируемым, и регулярным. Это первое. Второе.
Они, конечно, разного уровня, эти учения. Надо смотреть слабые места, потому что, да, действительно, слабые места – это взаимодействие с бизнесом. Значит, бизнес надо вовлекать в это дело. То есть руководство должно принимать болезненные решения. Я согласен с вами. Значит, я на своей школе проходил когда-то, когда приходилось отключать почтовые сервера, выдергивать их из сети для того, чтобы вирус не пополз там дальше, так сказать, по всей системе. А он, собака, все-таки, прошу меня извинения, пополз. И потом 3 дня это дело все приводили в исходное состояние. И что еще? Вот хотел бы сказать в адрес системы Empire, да, киберполигона. Вот купили мы его, в Нефтянке стоит эта штука, она сейчас, значит, апгрейдили ее, так она довольно неплохо работает. Должен сказать, очень высокий эффект и эффективность тренировок персонала организации нефтегазовой сферы. Очень высокая. Но тренировки должны проходить, а, регулярно, б, их примерно на группу должно быть до 5. Тогда они начинают хорошо понимать вообще, о чем идет речь. На самом деле это хороший позитивный эффект. В этом смысле тренировки на киберполигонах можно тоже отнести к таким локальным киберучениям. Это хорошая штука. Вот я хотел бы сказать. Поэтому я 2 руками за киберучения, но понятно, что их надо планировать, и понятно, что надо вовлекать те элементы, которые являются наиболее слабыми в этой ситуации. Наиболее слабые элементы – это взаимодействие IT и безопасности, и второе – взаимодействие безопасности и подразделений бизнеса или руководителей бизнеса. Ну, надо так ставить задачу. Спасибо. Спасибо. Я хотел бы поблагодарить участников. Было очень интересно.